Добрый день всем, кто сегодня пришел. Надеюсь, смогу ответить на максимальное количество вопросов. Приоритет, конечно, буду давать тем вопросам, которые поступают из зала. Так что по максимуму смогу ответить, что получится наше время, которое у нас есть. Тут есть вопросы по уже присланные заранее, но если успеют поступить записки, уже записки есть. Так что думаю, что заранее присланы записки останутся без ответа. Так, ну, как обычно, я начинаю встречу с читателями с того, что немножко даю статистику о том, что происходит. Но, как вы понимаете, что то, что написано в моей книге, и то, из-за чего вы приехали на сегодня сюда, очень многих не радует. И поэтому делать все возможное и невозможное, чтобы усложнить нам с вами задачу, вам получить информацию, а мне, чтобы она дошла до вас. То есть закон, противозаконно блокируют сайты. Вот, к примеру, Мегафон заблокировал мой сайт. То есть все, кто использует Мегафон для скачивания информации, получают отказ доступа к сайту. Якобы сайт экстремистский. Ну, во-первых, скажем так, если бы сайт был экстремистский, то его бы внесли в список сайтов, которые признаны экстремистскими. Он там не внесен. Так что это полный самопроизвол. Просто они пытаются таким образом не допустить, чтобы большее число людей посещало сайт. Во-вторых, из всех книг, которые, статей, которые у меня есть и размещены на сайте, только одна книга признана незаконно, опять-таки, экстремистской. Но вы знаете, «Россия в кривых». И после того, как суд вынес незаконное решение, с которым продолжаем бороться, с сайта ни одна книга не была скачана, с моего сайта. Поэтому никаких нарушений нет и не может быть, потому что они ожидают, что будет нарушение, чтобы, так сказать, действительно действовать дальше. Вот, поэтому, но те, кто имеет книгу эту, то есть кто ее приобрел до того, как, или скачал до того, как ее временно запретили, думаю, что это долго не продолжится, могу сообщить следующее, что вы имеете право иметь эту книгу дома, читать хоть сколько угодно, никто, это не является преступлением. Если вас будут брать на, как говорится, на слабо, то вы это должны знать. Вы будете наказаны только в том случае, если будете размножать эту книгу и агитацию вести. Если вы это не делаете, вы можете читать хоть тысячу раз. Даже передавать другу почитать, и тогда это тоже не запрещено законом. А то, что многие люди не знают закона, и этим пользуются, так сказать, оборотни в погонах, по-другому не назову, потому что они нарушают законы, которые сами должны соблюдать. Оборотни в законах не только те, которые там взятки берут или избивают, как вот вы знаете, задержанных и тому подобное. Оборотни в погонах бывают те, которые нарушают законы, конституцию страны. Это тоже оборотни в погонах, потому что они знают, что они делают. Но, тем не менее, несмотря на то, что продолжается саботаж сайта, и не только Мегафон, и другие сайты пытаются, другие провайдеры пытаются блокировать, то это тоже не страшно, потому что если кто имеет желание, могут писать жалобу на тех провайдеров, которые блокируют, и они вынуждены будут разблокировать, что уже было сделано неоднократно. Потому что, так сказать, ни сайт не внесен в список, кажется, запрещенных сайтов. Поэтому можно спокойно скачать список запрещенных сайтов и сказать, в этом списке этого сайта нет, и на самом деле его заблокируют. Так что те читатели, которые сталкиваются с таким явлением, могут таким образом противостоять произволу. Потому что боятся именно этого, что люди будут активно действовать. Поэтому тут много зависит не только от меня, но и от читателя, потому что я не могу знать, какой местный провайдер запретил, закрыл. Но мне многие присылают письма, я советую, чтобы они именно делали. Многие это делают, и все получается хорошо. Но, тем не менее, несмотря на то, что блокируют, естественно, часть посетителей не могут зайти на сайт, тем не менее, уже число посещений сайта перевело за 5 миллионов человек несколько дней назад и продолжает расти.
Вот чего они боятся. 5 миллионов посещений. Извините, это не порно-сайт, понимаете, да? Не развлекательный сайт. Если 5 миллионов посещений, и они, кажется, в год 2,5 за прошлый год было, кажется, посещений в один год, и это продолжает расти даже на блокировку, это говорит о том, что людям это действительно нужно, и, наверное, поэтому вы тоже сегодня здесь, что вам интересно понять, разобраться и так далее. Также и с книгами, естественно, что вот блокировка сайта, те книги, которые не запрещены, у меня запрещена только одна, это временно, считаю, книга, блокировка сайта действительно уменьшает количество скачек. Но, тем не менее, уже книг, скачанных на данный момент, сегодня статистика мне прислала Байда, Дмитрий Байда, 2 849 849 книг. Ну, почти скоро будет уже 3 миллиона книг скачанных. И, так сказать, вы можете себе представить, что если тиражи книг обычно сейчас очень небольшие, там 10, 15, 20 тысяч считается очень большой тираж книги, да, то около 3 миллионов скачанных книг, это с двух сайтов. Сколько других сайтов скачано, которых статистики у нас нет, и распечатки я не знаю. И плюс сколько потом люди размножили, сделали копии на диски, и многие распечатывают и печатают книги. Я даже не знаю этого. Но даже то, что есть с двух сайтов, при блокировке и так далее, говорит о том, что это действительно нужно людям. Поэтому пока я буду дышать, я это буду продолжать делать. Вот, так что такие вот у нас орехи. И с сайтом, и с скачиванием книг. Ну а теперь я приступлю, как обычно, к ответу на вопросы, которые поступили из зала. Еще не начал, уже поступил столько. Поэтому я буду отвечать на записки. Личного плана я, извините, отвечать не буду. Там многие просят по поводу лечения, спрашивают и так далее. У нас встреча читателей не по книжке, законы целительства, которые я еще не написал. Да, кстати, бывает забавно. Не один раз получал письма на свой сайт. Где можно купить книгу «Законы целительства»? Ну, черт возьми, там же написано. Будущая книга, которая будет написана. Как можно купить книгу, которая еще не написана? Ну, вот это я не понимаю. Если кто-то увидел книгу, название, ну, хотя бы почитай, что вверху написано. Поэтому я уже говорю сейчас, потому что если бы одно такое письмо было, я бы еще не обратил внимания. А когда таких писем довольно много, и, как я понял, поступает и звонят очень многие, и там другие несколько книг тоже, которые еще запланированы, но не написаны. Поэтому я говорю уже, так сказать, пожалуйста, внимательно читайте книги, которые есть, все, которые написаны, их можно скачать. А там внизу написано будущее, так сказать, не написано еще как проекты. Не путайте не написанные книги с написанными. Поэтому при желании не купить, не скачать эти книгу невозможно. Не потому, что тут уже враги народа действуют, да? А по другим причинам. Поэтому отвечать на вопросы будут те, которые действительно, с моей точки зрения, будут интересны большинству сидящих здесь в зале. Хотя каждый человек, он хочет, что его волнует, это самое главное для него. Это, конечно, так, но мы же не индивидуальную беседу ведем, правильно? Поэтому моя задача – ответить на те вопросы, которые будут нести интерес для большинства присутствующих здесь. Посмотрим, значит, поэтому буду сортировать так немножко письма. Следующие. Ну, вопрос, думаю, всех касается. Тут хоть такое. Поясните, по сути, что такое человеческое достоинство? Странно казался вопрос, да? А в принципе, если учесть, что сейчас происходит, как это человеческое достоинство уничтожается этими способами, средствами массовой информации, как человека превращают вообще в скотину, особенно молодежь, которым до лампочки должно быть все, кроме набить свое пузо и удовлетворить свои физиологические потребности, то в этом случае ни о каком человеческом достоинстве говорить не приходится. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Поэтому что такое человеческое достоинство? Ну, наверное, чтобы человек себя, я тут не открою Америку, если, конечно, у человека есть совесть, да, что тоже в последнее время под вопросом. Если наши люди всегда славились, что у них совесть была, и даже болезненное чувство справедливости, наверное, многие знакомы с таким чувством, да, на уровне генетики такое присутствует, то вот молодежь в последнее время воспитывается в совсем других
традициях, что очень-очень вызывает сожаление. Но, опять-таки, молодежь, и не только молодежь, вот тоже приходит много писем, после прочтения книг, которые считают почему-то экстремистскими, да, эти люди начинают любить свою родину, начинают гордиться, кто они и что они, в какой стране живут, перестают пить, курить наркотики, если кто баловался и так далее. Все это прекращают от прочтения книги. А вот, видите, от чего эта книга стала экстремистской, да? И другие. Потому что человек приобретает именно человеческое достоинство. Он начинает понимать смысл своей жизни, что сейчас вбивает всем в голову, что смысл жизни – набить карманы деньгами и, так сказать, наслаждаться, в кавычках, прелестями жизни. Но вы знаете, вы слышали хоть одного там миллиардера, который счастлив был бы? Кто-то слышал? А как же, деньги должны все. Так все же продажное. Дружба продажная, любовь продажная. И многие из них это понимают очень скоро, что деньги не могут купить ничего, кроме как иллюзии. Так вот, человеческое достоинство заключается в том, что у него не должно быть ничего продажного. Если он дружит, то он должен дружить. Если он любит, он должен любить не за деньги, не за что-то, а потому, что он чувствует то или иное чувство, допустим, к женщине, если мужчина, женщина, мужчина к женщине, женщина к мужчине и так далее, что дружба должна быть не так, как вот типа есть притча, не знаю, старинная притча весьма такая, что был один очень богатый человек, и у него был единственный сын. И у того сына было полно друзей, и весь дворец был забит друзьями. И отец, умирая, решил, взял со своего сына последнее слово, что если он решит покончить жизнь самоубийством, может, слышал кто-то, но если не слышал, повторюсь. А кто не слышал, услышит первое, а кто услышал, повторюсь. Сказал, вот когда решишь покончить жизнь самоубийством, вот в такой-то комнате есть крюк, вот я тебя прошу, будешь вешаться, вешаться именно там. Но сын, конечно, возмутился, отец, типа, перед смертью желает ему пожелание такое, что вроде и врагу не пожелаешь. Но, тем не менее, с горечью, так сказать, принял такое предсмертное желание отца. И, значит, умер отец, и, значит, друзья, так сказать, продолжают, еще больше стали торчать в его дворце. Приходит время, деньги уходят, уходят, уходят. По мере того, как деньги уходили, исчезали все друзья. Когда вывезли из дворца всю мебель и так далее, ну, за долги, то исчез последний, так, в кавычках, друг. И вот тогда он вспомнил, когда долги остались и так далее, он вспомнил последнюю просьбу отца. Пошел в ту комнатку, пытался повеситься на этом крюке, а этот крюк оказался ключом для открытия поворот, открывал секретную комнату, где отец спрятал все основные свои богатства. После чего, естественно, сын рассчитался всеми долгами, тут же появились все друзья, но он уже ученый был, всех их выставил. Вот, понимаете, вот у богачей, которые считают, что они богатые, у них иллюзия есть. Поэтому, с моей точки зрения, счастье, может быть, никогда не будет купленным. Любовь никогда не может быть купленным. Играть можно все что угодно. И вот самое главное, если каждый из вас не будет играть ничего в жизни, а будет самим собой, со своими недостатками, достоинствами, какое есть. Конечно, недостатками лучше бороться, естественно. Но быть самим собой, то, я думаю, это самое главное, это первая ступень быть достойным человеком. Ну, естественно, прописаны истины, которые, опять-таки, мной сказаны, что никогда не делай другому того, чего ты бы не хотел, чтобы сделали тебе. Ну, если человек не мазохист и так далее, то, естественно, он не захочет многих вещей. Поэтому вот, придерживайся этого и ставить себе целью не личная позиция, это моя хата с краю, ничего не знаю, потому что, к сожалению, очень многие люди считают, типа, так, ага, вот пускай кто-то придет, сделает, а я потом приду и буду рад, и спасибо скажу, да? Ну, извините, это не работает так. Это позиция паразитическая, в принципе. И если так мы с вами будем думать, то в нашей стране ничего положительного не произойдет. Потому что именно этого и добиваются паразиты социальные. Именно это. Почему? Потому что для них это очень удобная позиция. Потому что человек пассивен.
Я не призываю никаким революциям, потому что считаю, что революции создавались, и не только считаю, имеются факты, что все революции, существующие, по крайней мере, последние 1500 лет, были инициированы социальные паразиты для того, чтобы захватить власть, финансы и так далее, и так далее. Поэтому и ни к чему хорошему, как вы знаете из фактов, ни к чему не приводили. Но гражданская позиция, понимаете, когда, как говорится, один человек что-то делает, его могут заткнуть, там, упрятать в тюрьму, да. И вот все думают, а, вот он высунулся, ему башки дали, а я не хочу быть, я потеряю работу и так далее, и все на этом закончится. А вот понимаете, вот когда единицы это делают, действительно, их можно засунуть и в тюрьму, и в психушку, и куда, и убить. Но если все люди будут действовать достойно, то бороться за свои права, то всех не упрячу, потому что тем паразитам, они сами-то не работают, они только дрожат над своими капиталами, чтобы их не убили, не убрали. Сколько армии, вы знаете, олигархи имеют армии, которые их охраняют. От чего их охраняют? От таких же придурков, которые хотят их ограбить, правильно? Вот их основная задача – сохранить деньги наворованные и себя защитить хорошего, так сказать, от того, чтобы не кокнул конкурент или там жена, сестра, брат, или, ну, неважно кто. Но у вас там миллиардов нет, да? Или тоже есть, спрятаны, наверное, все закопали, да? И, наверное, прикидываетесь, да, что нечего, есть, да? Бывали случаи такие, я помню, еще в советские времена, когда нищенки умирали, или нищие умирали, так сказать, когда побирались, и ходили и ели объедки, а у них в матрасах находились в то времена по 300 тысяч рублей. Ну, знаете, такие случаи, ни Америка не открывает. Такие патологии бывают тоже. Но я думаю, что среди сидящих здесь таких патологий нет. Миллиарда никто не закопал на всякий случай. Поэтому чего вам бояться? Или как на заводах, где это в Сибири, забыл, как это фамилия, владелец. Кто-то выскочил этих... Дерибаска, о, Дерибаска, да. Когда ломаются станки, на которых рабочие работают, знаете, что он заявляет? Хотите работать, ремонтируйте за свой счет. Неплохо, да? И люди делают это. А вот если бы, извините, все бы сказали, черт возьми, так это твои станки, ты их и ремонтируй. Все бы сказали, и что бы? Перестали бы работать заводы, что бы прибежала бы то же самое Дерибаска и вынужден бы это ремонтировать. А все боятся, меня уволят. Да если уволят, а что? Это сколько там в Сибири получают? 5-6 тысяч рублей зарплаты, да? Есть в Сибири люди, да? Побольше, ну, по-разному бывает. Ну и много, вы, конечно, шикуете на свои зарплаты. Каждый день черную икру чашками, тарелками такими трескаете, да? Точно, да? Есть, на жизнь хватает. Ну, понимаете, на жизнь-то хватать всегда можно. Хлеб, молоко и так далее, никто не говорит. Но дело в том, что если бы людей не обворовывали, то уровень жизни был бы совершенно другой. Вот вы сейчас слышите, сейчас Россия вступает в то, да? А знаете, что это означает? Что в России установятся мировые цены на все продукты питания, в том числе и так далее, и так далее. Вроде хорошо, да? Россия вливается в мировое сообщество. Только не уточнили, что при всем при том, у работающих людей на Западе зарплаты в десятки раз выше. Знаете, сколько горничная получает в Европе, к примеру? 1500–2000 евро, это 80 тысяч рублей. Кто-то получает 80 тысяч рублей? Горничные есть? О, смеются, странно, почему? Так, извините, имея 2000 евро зарплату, можно, конечно, потянуть, так сказать, мировые цены, которые есть. А при наших ценах, ценах мировых, которые устанавливаются. Да, сейчас, вы знаете, готовится повышение цен в июле, знаете об этом, да? И будет стоить бензин дороже, чем в Европе и в мире. То есть мы, страна, которая, в принципе, люди, которым принадлежит богатство недр всех, не олигархам, в принципе, не принадлежат. Стране. То есть нам с вами. Будем платить за бензин больше, чем тех, кто покупает у нас тот же бензин.
Это что, хорошо? Это справедливо? Где должна быть цена на те же самые нефтепродукты для внутреннего пользования, должна быть чуть больше себестоимости производства. Как во многих странах арабских это делается. Арабы себе позволят, но хотя они не такие богатые, как страна, как Россия. А почему? Потому что тем, по крайней мере, арабы, которые живут в своих странах и имеют миллиарды тоже, они тратят деньги на свою страну, потому что они беспокоятся о своем народе, о людях, у них достойная жизнь. В некоторых странах человек рождается, на его счет кладется сумма денег, ему оплачивается образование в лучших университетах Европы и т.д. и т.п. Россия богаче всех стран вместе взятых, вы это знаете, да? А скажите, а сколько положили на ваш личный счет? Много? Ноль. А это, наверное, единичку забыли прибавить, да? Ну, и так далее. Так что, понимаете, вот когда такие вещи говорят, просто говорят полуправду. Вот, в то вступаем, все хорошо, мы, так сказать, получаем равные права. Так, поднимите зарплату работающим, поднимите пенсию, чтобы люди, получая зарплату не менее, допустим, 50-60 тысяч рублей в месяц, пенсия была не меньше 40-50 тысяч рублей. У многих пенсия такая. Ой, как странно. На Западе, знаете, государственные служащие, почему они так держатся за свои места и взятки не берут? Во-первых, потому что им по башке дадут, хотя взятки тоже берут, только не по мелочи, а воруют там десятками, сотнями миллиардов, похлеще, чем наши. Но мелкие служащие не берут, потому что у них пенсия идет от 90% от их зарплаты. К примеру, если человек получал зарплату там не за месяц, считай зарплату, а по годовую зарплату, допустим, 100 тысяч долларов или 120 тысяч долларов, вот посчитайте 90%, если от 190 тысяч долларов пенсию в год. Но прикиньте, помножьте 90 тысяч на рубли, это мелкий чиновник. Вы такие пенсии получаете, да? Ну и так далее. Ну, опять-таки, немножко увлекся, но, в принципе, к чему я говорю? То, что человеческое достоинство нельзя иметь, стоя на коленях. Раб априори не может иметь человеческое достоинство. Он может быть рабом, но, он не, понимаете, если человек может быть свободен в тюрьме, и рабом на свободе. Понимаете, что я имею в виду? Человек может и, находясь в тюрьме, бороться и не сломленным быть. И он имеет человеческое достоинство. Но большинство живущих сейчас за пределами тюрьмы, относительно за пределами, понимаете, почему я говорю так, то достоинство не совсем присутствует, потому что каждый боится, что если он что-то вякнет, то получит в башке, и каждый боится высунуться, ожидает, что будут высовываться другие. А справедливо это. После этого требуют, чтобы кто-то высовывался. Но некоторые высовываются и будут высовываться, потому что не всем безразлично. Я думаю, кто сегодня приехал, им, кажется, не безразлично, поэтому вы приехали и высунулись, правильно? Поэтому, если мы все-таки пытаемся что-то делать, если мы пытаемся что-то сделать для нашей страны, то мы должны не бояться, что за это нас по головке не погладят. Но это не значит, что нужно делать глупости. Нужно тщательно изучать позиции и так далее. Вот когда недавно в Омске пытались, так сказать, присобачить, что типа уголовное дело возбудить против профсоюзов, которые создавались, ну, участники движения там присутствуют тоже, якобы из-за того, что они занимаются экстремистской деятельностью, из-за, ну, из-за моих книжек, да? Что получилось? Нет. Потому что группа собралась людей, пришла с камерой, засняли. Эта камера выставлена на сайте, сейчас можно посмотреть. Где видно, что этот следователь, офицер, звонит, я ничего не могу поделать, я ничего не могу поделать. Все это засняли. И все, и заглохло все. А в Челябинске взяли на испуг, там подписали все что угодно, с перепугу. Потому что люди невежественны в вопросах, не потом, или боятся. А чего боятся? Опять-таки, очень просто. Их обвиняют в террористической деятельности. Сразу все перепугали, перепуганы и так далее. Вы знаете, мне приходилось беседовать с 5 следователями по мере того, как книгу пытались запретить. И что? Я четко ставил свою позицию,
И 5 следователей отказали в возбуждении уголовного дела. Хотя, пока гражданский суд идет, никакого уголовного дела не могут возбуждать. Это тоже противозаконно. Хотя Генеральная прокуратура на это все давила на следователей основательно. То есть требовала от следователей, чтобы они возбуждали. Потому что, объясняю, что, допустим, книга, если она, как говорится, признана экстремистской, к примеру, во-первых, пока она не признана экстремистской, вообще никаких действий не могут иметь. Если книгу все-таки признали, закон это вопрос второй, потому что там столько нарушений, уголовно наказуемые, между прочим, судья и прокурор делали при этом, что хватило бы всем этим людям на пожизненные сроки, если честно говорить. Но они, потому что все покрыто Генеральной прокуратурой. Так вот, но даже если вот запретили, вот после запрещения книги, только лишь распространение книги, которая запрещена, и после того, как книга внесена в реестр запрещенных книг, где-то в списке есть, вот в списке есть, если вы идете, агитируете за нее и раздаете книгу или торгуете книгу, вот тогда вы, против вас возможно возбудить уголовное дело за распространение террористического материала. Только тогда. А если у вас книга есть, и вы ее читаете, то это ваше право, никто не имеет права запретить, и никакого экстремизма не является, даже если у вас книга есть. И даже если найдут книгу у вас, но если найдут 100 книг, то объясню, что вы ее читаете 100 книг по очереди. Наверное, сложно будет поверить, да? Но если у вас найдут одну книгу, и будут вас брать на понты, как говорят, да, уголовники, обвинять вас в экстремизме, то это противозаконно. Вы имеете право читать любую книгу, и экстремистская деятельность, она не является, пока вы не занимаете, не навязываете другим и так далее. Вот понимаете, вот нельзя, нужно хотя бы самим изучать свои права, потому что наше невежество используется нашими врагами очень хорошо. Вот в Омске и Челябинске, и там члены движения, в одном случае повели себя правильно, и всех отпустили, а другие подписали фальшивую информацию, противозаконную, потому что мой сайт не экстремистский, книги они никакие не распространяли, Россию в Крымском, они не распространяли, ничего не делают такого. А за что же уголовная ответственность за экстремизм привлекает? За это нужно привлекать следователей, что я порекомендовал всем, кажется, дать заявление о возбуждении уголовного дела против следователей. И тут же выкладывать самый лучший вариант на интернет. Если сами, у самих нет, присылайте на мой сайт, присылайте байды Дмитрию. Тут же будет выставлено на сайте, и это будет распространено очень быстро. И уж тогда ничего не смогут сделать, потому что, когда это придано огласке, им невозможно замолчать. А пока еще, несмотря на блокировки, по крайней мере, 2 сайта, и там другие меньше, всего 4 сайта движения такие, но в общей сложности 2 сайта посещает более 600 тысяч человек в месяц. А сейчас еще больше. Хотя, опять-таки, блокировка идет. Так что мой совет. Не нужно бояться. Потому что страх часто бывает фальшивый, специально нанятаемый, для того, чтобы людей завести в заблуждение, заставить их сделать то, что они не потом пожалеют. И гораздо усложняет себе саму позицию. Поэтому мой совет. Не бойтесь того, что не нужно бояться. Нужно бояться реальности, а не то, что фикции. Вы скажете, что можем сделать, а можем много делать, если быть на активной позиции. Вот и все. Не так уж много и требуется. Дальше вопрос. Здесь тоже по нашим наблюдениям, это может врачи, у многих беременных женщин в последнее время отмечается замирание плода. Ну, во-первых, как вы понимаете, несколько причин для этого. Причин ужасных, и к этому причастны высокопоставленные чиновники в том числе. Россия является основным поставщиком в мире human beta-альфа-протеина. Кто-то слышал об этом? О, объясняю. Human beta-альфа-протеин – это особый белок, протеин, вы понимаете, протеин – это белок, который получается вытяжки из спинного головного мозга где-то 6-5-месячного зародыша, ну, уже ребенка. Очень многих женщин
заставляют делать прерывание беременности именно на этих сроке, 5-6 месяцев, объявляем, что у плода урод и т.д. и т.п. 90% случаев, когда женщина не слепо верит врачам, оказывается, что это ложь. Ребенок совершенно нормальный. А вот теперь скажите, женщины, если вы проносили 6 месяцев плод, будете ли вы делать добровольно прерывание беременности? Не думаю. Только за исключением редких случаев, когда у женщин слабые почки, угроза отказа почек или по своему здоровью. Это редчайший случай. Почему врачи это делают? И не один врач, заметьте. А потому что у меня данные были по 94-95 год, может, сейчас еще дороже. На рынке, на бирже, 1 грамм human alpha protein стоит 8-10 миллионов долларов за грамм. 8-10 миллионов долларов за грамм. Опять-таки, недавно, 94-95 год, Россия в США поставляла 4-6 паунтов, то есть 2-3 килограмма human бета-протеина в год. 2-3 килограмма. Представьте, сколько детей, вот 6-месячный ребенок, это уже, это не, любой аборт это преступление, но 6-месячный ребенок это уже, в принципе, ребенок, в полном смысле слова это. Сколько таких детей должно быть убито? Это только в Америку 2-3 килограмма, а в других странах тоже, и внутри страны. Сколько убивается детей и сколько врачей должны быть вовлечены в эту операцию? Это не один, не один, не два, не десять. Понимаете, да? Сотни, если не тысячи врачей. Задача, которая должна быть наоборот. Сделать то, все, чтобы, так сказать, дети дошли до срока и родились вовремя здоровыми. Если учесть, насколько помню, 1,9 миллионов абортов в России, да, то вот таким образом более миллиона человек убивается, детей, уже людей, чтобы заработать на этом миллиарды. Вот так. Чем? Воздействием. Воздействие через телевидение идет, через спутники. А вот это воздействие на плод, которое вызывает у плода сбой и у женщины. Почему может прерывание беременности быть? Несколько причин, если на то пошло. В одном причине виноваты врачи, а в втором причине виноваты те же самые врачи, и в третьем причине виноваты тех, кто воздействует. Потому что женщины принимают очень много препаратов противозачаточных. Ну, это в курсе, да? В результате чего, ну, так сказать, здесь детей малых нет, думаю, все уже взрослые достаточно. Что такое противозачаточный препарат? Это мужские гормоны. Причина в том, что развитие беременности идет, когда, вот, допустим, вот мужские гормоны да, постоянные должны быть. И женские гормоны, вот нормальное соотношение, условно скажем так, и они в зависимости от цикла плавают туда-сюда, туда-сюда. И в результате чего в определенной точке становится возможность зачатия. Так вот, что берут, поднимают женские, мужские гормоны так, что флуктуация женских гормонов никаким образом не позволяет выйти из системы на уровень, когда беременность возможна. И все счастливы, да? Беременности нет и так далее. Но это приводит к тому, что нарушается гормональная система, которую медицина лечить не умеет и не может. Гробить она умеет. А теперь следующее происходит. Когда все-таки женщина решает завести ребенка, естественно, она перестает применять противозачаточные. Но последствия долговременного принятия, а сейчас с 14, а то и с 10 лет уже принимают, знаете, да, противозачаточные. Это учат в школах очень хорошо. Зато, кажется, информации о России, о прошлом великом нашей страны, другие предметы не изучаются, но это изучают очень хорошо. Так вот, накапливается столько нарушений, что даже после прекращения принимания гормонов, ну, то есть противозачаточных средств, многие женщины так всегда остаются стерильными, потому что уже нарушено всегда. Потому что если они имели проблему изначально, нарушение, плюс это все. Но если все-таки не до конца угробили противозачаточными таблетками и там, препаратами, то получается следующее. После того, как беременность случилась, дальше идет, продолжается рост гормонов женских. Что такое гормоны?
те же самые протеины, белки, которые являются катализатором процесса. То есть они ускоряют процессы деления клеток плода, позволяют плоду быстро развиваться и так далее, и так далее. И если по этапу развития плода, когда там, если кто «Последнее обращение человечества» читал, я там расписывал по этапу, как сущность входит и выходит, то каждому уровню новому, когда происходит некоторое замирание, действительно, когда одна сущность вышла, другая еще не вошла. Это фиксируется выбросами и так далее. Это не я данные собирал, это медицинские данные, так что не притянуто за уши. То для того, чтобы более высокоуровневая сущность могла войти и, как говорится, как симбиотически работать, то есть помогать эволюционно поднимать биомассу, если уровень гормонов не поднимется на следующий уровень необходимый, то этого не произойдет. Так вот, после беременности уровень гормонов женский тоже растет. И вот если он должен расти до этого уровня, а если он может расти такого до этого, то при всем желании плод нормально развиться не сможет. И на определенном этапе возникнет так называемое замирание. Это с одной стороны. А с другой стороны, еще действие идет очень мощное. Через телевидение, через спутники, которые облучают и так далее. Многие спутники, вы знаете, падали наши, да, и не только наши. Потому что они были уничтожены те аппаратуры, те оборудования, которые влияли и на многие вещи. Но их, так сказать, не все можно убрать. Вот когда известно, что уничтожаются и следующие варианты. Но в любом случае, через телевидение идет очень сильное воздействие. Да просто установок столько, уничтожается одно, они делают 10 новых. На тех же предприятиях Дерибаски делают приборы инфразвукового воздействия. Знаете, да? В курсе об этом кто-то, нет? Ну вот. И наша славная полиция, теперь называемая, имеет подобные установки, которые, так сказать, не убивают, потому что для того, чтобы убивать, нужно определенную мощность, а просто воздействуют на толпы, вызывая у них кровотечение, головную боль, утомление, слабость и так далее. И таким образом, направляя такое воздействие инфразвуковое на толпы, идет борьба, так сказать, с террористами. Понимаете, да? То есть, понимаете, незнание чего-то, это не значит, что оно не существует. А то же самое Дерибаска имел такую дурость открыто об этом говорить, есть записи об этом. Так что это не слухи, а факты. А когда вы увидите где-то в таких массовых сборищах, стоят такие машины крытые, и наверху там такие антенны есть некоторые, то вот большая вероятность, что именно в такой машине установлено оборудование воздействия на толпу. При этом они могут сделать все, что угодно. Если не блокировалось бы это действие, то оранжевые революции бы уже случились бы. Потому что в этих же самых машинах могут вызывать у человека ярость, агрессию. И вот когда люди собираются, представьте, на них направить воздействие, вызывающее агрессию, люди будут как сумасшедшие кидаться, делать то, чтобы они в нормальном состоянии делали. Это было бы очень на руку многим, понимаете, кому. Поэтому такие вещи блокируются, но они присутствуют. И блокируются тогда, может, тогда, когда известно о том, что такое что-то планируется. Само по себе ничего не блокируется. Следующий вопрос. Запугал вас сильно, да? Ну, может, сейчас следующий вопрос не будет такой страшный. Помните, в детстве, я помню, у нас в детстве были страшилки про гробик, гроб на колесиках. Был в детстве у вас кот? О, вот и выкат, или причерные перчатки приближаются. И мы все рассыпные, помните, да? Вечером, когда темнота, перед подъездом собирались, вот начинали пугать друг друга. Ну, может, третий вопрос, может, не такой будет пугающий. Не черные перчатки или не гроб на колесиках. Можете ли вы возглавить работу, движение по возрождению нашего ведического летоисчисления? Во-первых, скажу следующее. Эта работа уже ведется. И пока социальные паразиты празднуют бал, это не допустит. Хотя во всем мире празднуются китайский Новый год, еврейский Новый год, еще черт знает какие праздники тоже есть. Но почему-то наш календарь никто нигде не празднует, да? Так можно начинать самим, но, по крайней мере, нужна сначала информация. Потому что многие люди даже и не бельмеса не знают об этом.
Особенно, когда все христиане бьют: «Мы православные!» Черт возьми! Да хоть бы подумали смысл слова «православный», «славящий правь». А что такое правь? Это как раз мир богов, то есть людей, которые вышли на уровень творения. Не в том понимании, как Господь Бог трактируется в христианской церкви. Так вот, так получается, все христиане славят так называемых языческих богов. Только вопрос, являются те боги, которых наши предки имели, языческими, и являются понимание богами, как мы их понимаем сейчас? Нет. Во-первых, потому что то языческое мировоззрение, которое было у наших предков, существовало не одну сотню тысяч лет. И на территории современной России оно было более 100 с лишним тысяч лет. И об этом все молчат. Но вот как раз почему еще так кинулись, почему социальные паразиты считают меня врагом номер один, не Бен Ладена, который работал на них, а меня врагом номер один. И в то же время боятся до смерти, тоже есть причины бояться. Почему? Потому что именно в книге, почему книгу «Россия в крестовых»? Потому что в этой книге я показал, и с одной стороны, Ветхий Завет, Тору, с другой стороны, славянские веды. И провел параллель, показал, что в этих документах описываются одни и те же события, только с разных сторон, со стороны победителей и побежденных. Вторыми победителями были наши предки. Но побежденные сделали выводы из своих ошибок. И то, что мы имеем сейчас, является результатом того, что они сделали выводы. Наши предки допускали очень много ошибок, и поэтому вот слепое понимание и возвращение ведических традиций, которые были раньше, недопустимо, потому что, особенно последние 1500 лет, особенно с наступлением Ночи Сварога, и заметьте, очень странное совпадение. Киевская Русь была крестилась тогда, когда началась Ночь Сварога. Ночь Сварога началась в 988 году. Странное совпадение, да? Вспомните, в какую религию, даже в тех источниках, которые сейчас есть, в какую религию крестилась княжна Ольга? Греческую. А это культ Дионисия. А Аскольд в какую религию крестился? В греческую. Христианства не было такового до 12 века, в принципе, до конца 11, точнее, начала 12. Слова христианства не было. Ну, вы знаете, тот, кто читал книгу Светланы, то, что кое-что я писал уже об этом, тоже знаете. Все это придумано, ложь навязана. И самое хитрое, не говоря о том, что в моей автобиографии я разоблачал, как играли с цифрами, датами рождениями, оказывается, Святослав для того, чтобы стать отцом Владимира по датам рождения, стать отцом должен быть в 7-летнем возрасте. Даже наши акселераты, которые рожают сейчас в 11-12 лет, да, до такого не дошли. Но, черт возьми, ну почему никто, миллионы людей в нашей стране изучали, так сказать, историю, не обратил внимания на даты, которые там приводятся. Год рождения Владимира, год рождения Святослава. Их разнос между 7 лет всего-навсего. И каким же образом Владимир мог быть сыном Святослава? Ну и много других вещей. Потому что ложью покрывается и правдоподобность. И, во-первых, откуда могут быть летописи 9, 10, 11 веков, если только Петр I ввел юлианский календарь в 1700 году. А до этого все летописи ввели по календарю наших предков с вами. 7528 год был, когда, 1700 год, когда был введен христианский календарь. И этому доказательство есть. И в Софийском соборе был кто-то в Киеве? Посмотрите надписи над могилами князей киевских. Какой там календарь? Ярослава Мудрого. Христианский? Нет. Именно. От сотворения мира в звездном храме. Все это все видят и не видят.
Понимаете, вот такие ляпсусы, они считают всех нас идиотами. Потому что считают, что если они придумали методы влияния на людей, и заставлять их видеть то, что им хочется, то это навсегда будет. Я уже, кажется, говорил, но кто не слышал, повторюсь. Это, в принципе, информация довольно-таки любопытная. То, что когда в 91 году проводил семинары в городе Архангельске, я предлагал слушателям семинаров просто прочитать Новый Завет, потому что Ветхий Завет там читать долго, а Новый Завет он небольшой, чтобы люди прочитали, даже которые читали, большинство, к сожалению, так и не читали. До того момента, как я просил. Прочитали, потом они принесли ко мне. Я даже не касаясь книг, просто рукой пару раз провел вокруг них и весь текст заменил. Заново напечатал. То есть я вернул хозяинам эти книги, и они потом прочитали книги ту же самую. Как? А мы же это читали, мы этого не видели. Откуда это взялось? Ну, я говорю, что вот пока вот я раз, чухара-мухара-пухара-тухара, да? Я все перепечатал. Ну, смешно. А просто что я сделал? Там есть, прикреплена к текстам, программа зомбирующая, которая заставляет человека понимать то, что хочет тот, кто эту программу заложил. И человек зомбирует себя, потому что когда начинает читать, он внимание сосредотачивается, не понимает, что когда он внимание сосредотачивается, он направляет энергетику свою, собственную. И вот эта энергетика активизирует эту пассивную программу, то есть не они даже тратят энергетику. Человек сам себя зомбирует. Классно придумали, да? И человек, прочитав такую книгу, получит представление того, чего есть, от него хотят. Я читал, конечно, потом людям говорю, ну хорошо, подумайте. Голгофа, которая считается в Израиле находится, это маленький холм. И когда там пишется в Новом Завете, что Христос распятый видел, как корабли заходили в бухту, справка, Иерусалим, который называется сейчас, находится от побережья моря Средиземного в 100 километрах. Очень хорошее зрение, согласен. Продолжим дальше. Следующий вопрос, а так мы зависнем. Некоторые утверждают, что женщина воплощается только в женский пол, так как у нее особая генетика. Естественно, у женщин другая генетика, чем у мужчины. Иначе бы не было мужчины и женщины. Но есть еще гермафродиты, которые пятая раса, знаете, да? У которых 2XY. И потомки, приданные их, есть где-то порядка 800 тысяч есть на Земле, всего-навсего, которые правят миром, эти люди. Так вот, генетика и сущность – это две разные вещи. Так вот, утверждать можно все, что угодно. А когда сущность находится, и когда создается сущность, что она действительно, допустим, не в то тело попала или попал, то это достаточно. Просто когда раньше люди были здоровые, то есть когда крепче было, ну, начало века, помните, какие люди были здоровые, крепкие физически, то сейчас медицина сделала все, что угодно, чтобы превратить людей, в принципе, людей, у которых почти не осталась иммунная система. Иммунитета почти нет, уничтожен почти у всех, особенно с детского возраста начинают уничтожать, плюс еще заражают в роддомах стафилококковой инфекцией преднамеренно, которая помогает гробить тот же самый иммунитет. И поэтому вот то, что именно физиология несет, уже влияет гораздо меньше, и в определенный момент может начинать доминировать сущность. И если, естественно, сущность попала не в то тело, то это беда, и к тому же это болезнь. Вот как вы думаете, почему так навязывают всему миру, что гомосексуализм – это норма? А знаете почему? Навязывают именно те, которые гермафродитов происходят. Потому что в силу того, что они имеют наследственность не очень хорошую, скажем так, среди них более 70% гомосексуалистов. И, как вы знаете, они правят миром, да? Паразиты социальные. Так вот, почему они навязывают? Им нужно доказать, то их состояние является нормой, что это все нормально, все это замечательно, что это такое выше, это доступно только избранным. Ну, извините, в гробу я видал таких избранных в белых тапочках. Что скрывают? А скрывают очень, очень интересную вещь. К примеру, вы знаете такую болезнь Базедову, да? Ну, знаете, щитовидка, слышали, по крайней мере, да?
Так вот, обычно после этого болезни, когда щитовидка увеличивает там, чуть-чуть 10-15-20%, это еще слабое увеличение, но два раза увеличение щитовидки считается патологией очень серьезной. Знаете об этом, да? Отрезают щитовидку в половину, чтобы вернуть человеку нормальный уровень. Так вот, не мои исследования, а медицинские исследования с помощью томографов показали следующее, что у гомосексуалистов, мужчин, к примеру, гипофиз в 4 раза больше по размеру, чем у нормального мужика. В 4 раза. А у женщины гомосексуалистов, соответственно, меньше, чем должно быть. В нормальном состоянии у мужчины, если брать единицу размер гипофиза мужчины, то у женщины, нормальной женщины, гипофиз в 2 раза больше, чем у мужчины. Естественно, если женщина патологию имеет такую, у нее гипофиз, как у мужчины, бывает. То есть тот же самый размер, как у мужчины. Так вот, и в одном случае, и в другом случае это патология, это болезнь. Их убивать за это не нужно, естественно. Но это патология, серьезная медицинская проблема. И люди, ну, извините, женщины, особенно в определенные дни, женщины не всегда адекватно воспринимают реальность, правильно? И мужики это даже знают, прекрасно, лучше не трогать. А вот теперь представьте себе, если у мужчины гипофиз в 2 раза больше, чем у женщины. Представьте, по таким ударам гормональным он находится. Понимаете? Так вот, таких людей на пушечную выстрел нельзя подпускать к решению государственной задачи вообще, к решению, связанной с другими людьми. Но они власть имеют, деньги имеют. И их задача – доказать, что все это норма. Опять-таки, это не психологическое так, извращение, это болезнь. Да, приводит потом уже к извращениям, ну, понимаете, что имеется, да? Но это болезнь. И люди с такой болезнью не должны подпускаться на пушечный выстрел к совершению судьб других. Ну, а мне нужно объяснять, где находится большинство таких людей? Нужно? Ну, вот странно, все знают, да? Ну вот, хорошо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Как действуют заряженные вами камни? Во-первых, не заряженные, а на этих камнях я делаю приборы, которые создают защитное поле. В большинстве случаев уже очень многим эти приборы спасли жизнь. В каких ситуациях они оказывались, должны быть погибать, и многие люди уже не погибли. То есть при лобовых столкновениях, забавно был случай, когда мне человек написал, он ехал в машине, за рулем сидел не он сам, а его сын, а он сидел рядом с ним, а камушек только у него был. И вся машина была полна людей, и включая собаку. Четверо лодки плюс собака. Помните фильм, да? Ну, примерно такая же ситуация. Так вот, было лобовое столкновение двух машин. Ни одного человека в той машине, где был камень, даже царапины не было. Где то... можно купить? А их они не продаются. Это только для членов движения раздается бесплатно. Стоимость только камушка берется, там стоит какой-то. Эти приборы, которые я, как пишут, заряжают, я их не заряжаю, а создаю прибор уже, который действительно создает вокруг защитное поле. Конечно, если будет мощность воздействия очень большая, прибор ну, не, может рассчитывать на все и вся. Но в некоторых случаях такие камни, когда перегрузка, раскалываются, они гасили всего негативное и раскалываются. Камни весьма крепкие. Ну, в таком случае нужно заменить, потому что если дать очень большую мощность такого прибора, то оно может и человека вырубить, потому что перегрузка будет. И таких случаев, как я сказал, не один. И самое закончить случай с этим человеком. Так вот, встреченная машина, которая лобовая, столкновение было, участвовала. Погибли все, кроме одного ребенка грудного. Тогда ночью со мной связалась через Надежду Яковлевну, эти люди попросили помочь. Мне удалось спасти ребенка, но только и всего. А все остальные в другой машине погибли. О чем это говорит? Что лобовое столкновение было 100% смерть. Вот, так что это не заряд, а именно прибор, который создает защиту для людей. Конечно, невозможно предугадать все ситуации, потому что прибор, он не может мыслить самостоятельно. У него есть определенная степень, но
то, что он делает, он должен делать то, что у него заложено мной при обработке его. Поэтому, так сказать, такие брелки я создаю для членов движения, потому что они подвергаются определенной опасности после того, как в движение вступает. Хотя в движение приходят и провокаторы, и засланные казачки. Но это было, будет и, наверное, к сожалению, всегда. Но они особо долго не задерживаются, и вся, так сказать, провокационная деятельность заключается только в идиотизме, который они выдумывают, не более того. Следующий вопрос. Ну, спрашиваю, в пятницу вечером и в субботу состояние покаяния, что-то среднее состояние при рассвете. Действительно, это действие эгрегора Шаббата или это закона космоса? Во-первых, действие эгрегора Шаббата на нас с вами, гоев, не распространяется. Ну, если вы не гой, то, конечно. Это первое. Второе, темные силы максимально сильны именно весной. Вот конец зимы, начало весны. Они максимально могут действовать, поэтому все свои пакости они стараются делать именно в это время. И не случайно Радомир был схвачен и казнен именно весной, в конце лета, в конце зимы, начало весны. Потому что разные даты, потому что они манипулируют, потому что данные, календари были совершенно другие раньше. Переводы могут быть весьма неточны. Так что здесь такой вопрос, что весьма запомнил. Кстати, как нас с вами дурят? Дурят на невежестве. Те же самые индусы, но просто нас с вами разводят, как, говорится, ясельников из детского сада, это же ясельная группа. Помните, у них написано «Великая битва». Кем? Помните, да? Суры и асуры. Помните, да? Слышали такое понятие, да? Сур и асур, которые они описывают. Они описывают извращенно то, что описывают битву 13 лет назад, когда вот война, когда Великая Славянская Армянская империя и Антлан, или Атлантида, как более известно, начала войну против Материнской империи, привела к катастрофе, когда ось повернулась, и так далее, и так далее. И вот тогда прилетели так называемые боги и начали сражаться с ними, чтобы остановить, и когда вот Фата упала, ну, впоследствии все знают. Это то, что на самом деле. И в славяно-арийских ведах это описано четко и ясно. И я вот в своей книге, то же самое «Россия Крикового Зала», которую так не любят, все это расписал, восстановил даты, потому что многие вещи, которые в текстах то же самое Ветхого Завета, это, Торы, там приводятся данные, нужно покопаться было, ну и нашел то, что нужно, и восстановил структуру, где что происходило. Как вы понимаете, что события многие происходили, где и как. Но не в этом дело. Так вот, что такое гой? А, все знают, да? А что такое йог? Все знают? Ну, слышали, да? А вы знаете, что это одно и то же? Потому что зависит, как вы читаете слово. Слева направо, как мы привыкли, или справа налево. Если слева направо, получается гой, а справа налево, получается йог. Изгой – это другая вещь. Я говорю только гои и йоги. Так вот, теперь сур и асур. Рус и асрус. Что это означает? Асы – это боги, живущие на земле. Русы – это те, как так сказать, те наши предки, которые прилетели с других планет. И наши предки считали богами, потому что они достигли уровня творения. Ну, почитайте славяно-арийские веды, кто не читал, рекомендую. Только понятие богов, которое сейчас, к сожалению, не в ведизме приносится, совершенно не то, что на самом деле было. Вот я приводил в книгах и в своей вот автобиографии уже расписывал, показывал, что прилетают на землю, даже чтобы пройти инициацию посвящения на уровень выхода, на уровень Бога, Творца. И прилетали на землю даже с тех материнских планет, с которых пришли наши предки с вами. Так вот, суры и асуры – это описание, в индийском извращенное описание,
Вот именно войны между Атланией или Атлантидой и Ведийской империей, которая была материнской. Все. А как они извратили, да? Почитай, Рус, Ассирия, Ассур. Тоже. И таких вариантов много. Просто нас дурят из-за того, что мы не понимаем. Потому что те же самые социальные паразиты считают все справа налево. И многие арабы читают справа налево. И поэтому многие слова приобретают совершенно другой смысл и другое толкование. А если прочитать их правильно, ну, с нашей точки зрения, потому что, почему правильно? Потому что наш алфавит и наш язык существовал до того, как появились все остальные. И это не я придумал. Это есть факты, которые непровержимы. Даже американские ученые, запрещенная археология, кто-то читал книжку? Сколько я человек, поднимите руку, прочитали? Ну да, очень много есть. Но кто не читал, рекомендую почитать. Да, они все понимают правильно, но они обнаружили, что отпечатки, которые каменные ленности, которые есть, с надписями, которым больше 200 тысяч лет, написано русским языком, даже нашим алфавитом, малоизмененным за это время. И возраст более 200 тысяч лет. А если взять тех же самых иудеев, есть такая выпущенная книга, имя же выпущено, они сами считают, что иудеи возникли 4,5 тысячи лет назад. Не я это говорю, они сами говорят. Ну, даже хотя начнем с того, что 200 тысяч лет, это, конечно, очень мало по сравнению с 4,5 тысячами лет, да? А если учесть, что наши предки колонизировали планету порядка 600-800 тысяч лет назад, более точно невозможно сказать не потому, что я не могу сказать, потому что для того, чтобы сказать точно, мне нужно иметь факты, которые я могу взять, вытащить на стол, положить. Если этих фактов не имею, меня тут же обвиняют, что я фальсифицирую, придумываю и так далее. Поэтому многие вещи, которые я знаю, во-первых, еще первое, не время сказать по определенным причинам, это первое. И второе, у меня нет в руках вот материальных доказательств, что вот пока, хотя других доказательств полным-полно. Но по мере того, как они будут появляться, я буду это делать. И несколько случаев уже показывал, демонстрировал некоторые вещи, принося на встречу читателей. Поэтому здесь нужно просто-напросто делать следующее. Мы должны понимать, что идет война. И самая опасная война сейчас – информационная. И вот задача, почему они взбеленились, ну, особенно в данном случае в отношении меня, особенно меня любят, потому что я стал с ними вести информационную войну. И получается весьма успешно. Потому что они зациклены только на том, что сами это зациклены на дело не денег. Только деньги для них в глазах и видят. Поэтому они никогда не думают, что я буду выкладывать книги для скачивания бесплатно. А те книги, которые распечатываются, и вот многие люди не могут иметь компьютер и так далее, так вот сообщаю, что я даю право на издание книги, и там пишу, что я отказываюсь от своих авторских, чтобы снизить цену на книгу. То есть я со своих книг, то, что скачано 3 миллиона, я заработал очень много, конечно, да? Это только что я знаю, а их, наверное, уже более 10 миллионов. Очень много, потому что там вот каждая книга стоит для меня, получается, не очень много. Даже те, которые издаются, я получаю столько же, потому что я отказался от своих 20% авторских для того, чтобы цену снизить для покупателей. А почему люди не могут совсем бесплатно? А извините, бумага, типография, никто не делает ничего, просто бесплатно. Так что я не рассчитываю, что я буду делать так, потому что а каждую книгу – это тысячи и тысячи часов работы, которые я делал. А в чем разница, электронная или печатная? В чем разница? Разницы нет. Информация такая же? Такая же, конечно. Просто некоторые люди любят читать книгу вот так. В руках. И я тоже в большей степени люблю читать книгу так, в книжном варианте, приятнее. Читаю электронном варианте только тогда, когда нет возможности получить книгу в таком материальном воплощении, потому что совершенно другое восприятие, когда читаешь книгу, ну, как книгу. А разницы никакого нет. Просто таким образом пытаемся охватить максимально людей. Потому что как, при всем том, что число интернет-пользователь в России растет очень быстро, все равно далеко не в каждой семье есть компьютеры, правильно?
И интернет, особенно в регионах, стоит очень дорого, а как некоторые книги по скачиванию запускают, скачиваются часами, если не сутками. То представьте, сколько это будет стоить для людей. Поэтому многие хотят иметь в виду книги такие. Поэтому и те, и другие книги выпускаются бесплатно на моем сайте, все бесплатно дано. И те книги, которые издаются, опять-таки, никаких денег я на этом не зарабатываю. Как мне пытаются, что я всех обуваю, одеваю. Я очень много обул на скачанных книгах, да? Всех обул, да? Ну и так далее. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают, что в Куркино существует, в северо-западной Москве существует, действует секретная лаборатория инопланетян, где свозят детей, и так далее, и так далее. Но я, так сказать, этот вопрос не сталкивался, хотя таких лабораторий есть не только в России, везде. И, естественно, такие вещи есть. Только не обязательно это не инопланетяне делают сами, а делают наши спецслужбы, используя материалы инопланетян, пытаясь получить гибриды и так далее. Но явно наши спецслужбы не читали славяно-арийские веды. А нужно было бы. Потому что вот, там же четко приводится, что довольно-таки высокие иерархии с материнских планет, откуда наши предки пришли, с материнских цивилизаций, именно прилетают на Землю, чтобы получить развитие дальнейшее. То есть только на Земле можно выйти на уровень творения. И практически все инопланетяне, вот если бы люди, к сожалению, которые сейчас находятся под воздействием идеологии и так далее, социальных проектов, если бы люди развивались как положено, вы не представляете, какой потенциал, конечно, это не значит, что у всех одинаковый потенциал, потому что генетика – это генетикой, но еще существует сущность, которая должна правильно действовать, правильно реагировать, делать выводы и так далее, и так далее. Потому что если бы люди развивались правильно, вы не представляете, каких уровней возможностей достигает человек, который родился на этой планете. Особенно люди белой расы. И не потому, что белая раса специальная, особенно потому, что она изначально несет качества такие, которые ни другая раса не несли. И если учесть, что другие расы были привезены сюда как беженцы порядка 40 тысяч лет назад нашими предками, и тоже было специально организовано, чтобы они попали сюда, ну, причины я уже описывал, почему. Но опять-таки, здесь никакого уничтожения, унижения, пренебрежения нет. Разве можно сравнить ребенка грудного или даже ходящего в детский сад и, допустим, человека, закончив университет какой-нибудь, если спросить пятилетнего ребенка, что он может сказать по квантовой физике, к примеру, да? И он ничего сказать не может, значит, что считать он тупым или примитивным? Нет. Просто ребенок должен вырасти, пойти в школу, закончить, поступить в университет, изучить эту квантовую физику, ту же самую. После чего он сможет дать ответ. Здесь никакого унижения, просто есть расы молодые, есть более зрелые расы. Есть молодые люди, дети, зрелые возраста и пожилые. То же самое относится к расам. Поэтому я ввел понятие эволюционного числа, которое описывает условно, естественно, не то, что это лучше или хуже, а то, что качественно отличается. Ведь, извините, мы сидим здесь все вместе, люди, так? Вы хоть можете найти два человека, которые одинаковы внешне, кроме близнецов однояйцевых, людей, похожих друг на друга, нет, правильно? Ну, близняшки только однояйцевые. Вот, это называется однояйцевые близняшки. Есть разные яйца, ну, это медицинские термины. Так вот, значит, следующее. Если люди разные, значит, нужно взять кого-то из эталон, да? А всех остальных уничтожать, потому что они отличаются, да? Это получается, если кто-то отличается по тому параметру от другому, ну, по росту, к примеру, по другим параметрам, значит, или его нужно уничтожать, потому что он выше или ниже, или других. Или считать это дискриминацией, что оскорбление, национальное достоинство или так далее. Глупость все это. Поэтому
как дети есть, новорожденные там несколько лет, молодые люди, подростки, молодые люди, зрелые, пожилые люди, имеющие совершенно разный опыт и жизненный путь. И в этом ничего нет, что получается, что человек, проживший интенсивную жизнь, активную, он, получается, дискредитирует и оскорбляет того, кто только родился или и так далее. Но абсолютный нонсенс, абсурд. Так вот, нужно просто, есть вещи реальные, объективные, а есть просто придуманные моменты. Так вот, нужно четко различать и понимать, чем они отличаются друг от друга. Поэтому, так сказать, вот такие вещи, которые происходят, действительно происходят, ведут разные разработки, пытаются, и у нас в Америке пытаются получить гибриды, чтобы получить супервозможность. Ну, во-первых, вот скажите, как вы думаете, если прилетает какой-то космический корабль, кто на него прилетает? Пилот. Ну, в лучшем случае, это если научный исследователь, какой-то ученый, да? Ну, если исследовать. Не думаю, там крупное какое-то светило, иерарх какой-то. Для полевых исследований, так? Ну, в данном случае, на планете, если брать такой вариант. И что, они знают все о достижении своей цивилизации? Это значит взять таксиста и требовать, чтобы он рассказал код от ядерного чемоданчика президента, да? Много он расскажет. Так это то же самое. И вот из-за идиотизма такого, что вот, ага, если не прилетели с другой планеты, и их техника разве-то выше, чем наша, то они должны знать все. Пилот знает, как управлять своим кораблем. Все. Он даже не знает, как этот прибор, как этот корабль создан, кто его создал, как, на каком принципе. Вы спросите любого пилота, летающего сейчас тоже на космических кораблях и так далее. Они что, знают, как теорию, практику создания, какими... Они знают, какую кнопку, когда нажать, и что дергать, когда не то. И замечательно, и их задачами это и делать. Обеспечить полет. Если они общую теорию имеют представление, то это общее представление, то есть в общих словах, что там стоит... Окислитель мощности соединяется, вот укисляется, загорается, и все, и так далее, и летит куда-то. И нагрузку не знаю, что кого получают, потому что они на тренировках получают нагрузку. Все, что они знают. Так чем пилоты, прилетающие на других корабль, с других цивилизаций, отличаются от тех же пилотов наших? Да ничем. Они просто пилоты. И никаких суперспособностей, возможностей у них нет. И не может быть априори. А те иерархи, которые существуют в их цивилизации, которые действительно владеют, и то зависит, какая цивилизация, возможности и так далее, в большинстве случаев здесь не появляются. А если появились, то, имея такие возможности, они никогда бы не попали в лапы тех же самых спецслужб. То есть, понимаете, какой примитивизм существует? Есть хороший анекдот из категории «Планета обезьян». Слышали такую категорию, да? Ну, американские астронавты, их шаттл терпит крушение на планете обезьян. Обезьяны захватывают пилотов, загоняют их в клетки и показывают банан и кнопочку красную. И показывают, вот нажми кнопочку, получит банан. Ну, пилоты начинают возмущаться, кричать, мы же разумные существа, чего же тогда как идиотов держите? Ну, один день, второй день, третий, четвертый, пятый. Не знаю, сколько там не уточняется. Но на определенном моменте голод не тетка, жрать хочется, да? Ну, этот пилот думает, черт, нажму эту идиотскую кнопку, хоть покушаю. Нажимает кнопку, получает банан, ест. Наблюдающий, там, шимпанзе, горилла, неважно, записывает. После длительных тренировок выработался простейший условный рефлекс. Вот вы понимаете, вот анекдот, но то, как наши люди подходят к таким явлениям, вот основано на принципе таком же. Они свои собственные понятия, представления о том, что они вообще не представляют, проецируют на то, что они не знают совершенно. И считают, что все должно быть именно так, как они думают. Так что думайте выводы. А, к сожалению, лаборатории такие есть. Не понимаю, что
дети без всяких вмешательств, если правильно развивать, то они достигнут тысячу раз больше. То, что никаким цивилизациям, которые прилетают и присылают свои тарелки сюда, именно за это они присылают, что они не могут понять, что происходит, никогда не достигнут. Никогда. А еще то, что происходит, почему это не происходит или происходит искаженно. К сожалению, созданная сейчас социальная среда паразитическая воздействует на человека с его рождения. И очень часто человек, не подозревая, даже хороший человек, который растет в этой среде, она на него оказывает влияние, и оно влияет и проявляется в многих аспектах. Потому что вот я наблюдал за людьми, которым кое-что, ну, мозги перестраиваем, скажем, как, чтобы было проще, с 91-го года. И могу сказать следующее. Вот человеку даешь те возможности, которые у него никогда не было, никогда не будет, если он сам будет это делать. В силу определенных причин. Но это долго разъяснять, к чему это не важно сейчас. И объясняешь, что нужно и как нужно делать, чтобы эти возможности можно было реализовать и развиться, достичь действительно чего-то стоящего. И вот вы знаете, вот за сколько лет, ну, 91-го, посчитайте, я не вижу ни одного человека, а их несколько сотен, около 200 с лишним прошло, 200 с лишним за это время, не реализовал даже десятой части того, что можно было реализовать. Почему? Потому что вот социальный паразитизм, социальная среда паразитическая, делает так, что каждый человек, получив, он считает, что он лучше знает, лучше понимает, что и как делать. И начинает уже со своей колокольни применять то, чего он даже ни понимания не имеет. Потому что я же не объясняю человеку в деталях, что вот это сделал механизм, и так далее, вот это происходит, то-то. Если расскажу, займет несколько лет, чтобы только объяснять. Я просто говорю, извините, это так, такие правила нужно делать вот так, и объясняю, почему нужно делать так. Нет, к сожалению, не хотят. Хотят немедленно получить все и вся. И переочить денег. Да даже я не вижу ничего зазорного, если человек делает что-то и получит за свой труд деньги. Это труд, и труд тяжелый. Один из слушателей, когда он попробовал раздробить камушек небольшой в течение 5 минут на расстоянии. После этого он спал, вырубился на 30 часов и не разрушил камень, между прочим. То это огромные нагрузки. А если допускается ошибка, то человек может погибнуть. Тот, кто делает это, если ошибка. Но когда говоришь человеку, что для того, чтобы развитие, ты должен разработать действует вот так. Говоришь разумные вещи, что нужно начинать с простых вещей, которые очень легко, быстро можно контролировать. Ну, я приводил к примеру язву. Потому что если правильно действовать, даже хроническую язву можно убрать, ну, за исключением редких случаев, которые там связаны с функцией мозга, там есть другие несколько причин, из-за чего возникает язва. Если не функциональное, а обычное перевозбуждение блуждающего нерва, так называемого, которая связана с нервной стрессовой ситуацией, то это максимум 2 недели не остается ни язвы, ни следов, ничего, подтвержденных документально. И объясняешь, как нужно делать. Вот вы когда создаете программу, вот вы делаете, проводите и видите, достигли цели или нет. Если не достигли цели, значит, вы что-то сделали не так. Ищите до тех пор, пока не найдете. Того варианта, когда вы решите задачу, простейшую. И тогда вы уже получите связь обратно, вы будете чувствовать, то, что вы в голове создаете, и то, что на самом деле происходит. Но самое интересное, никого это не интересует. Никто не хочет делать какую-то язву, работать. Да черт возьми, сколько людей, которые страдают язвой, сколько можно помочь, правильно? Да сделайте бесплатно. Я, допустим, до сих пор работаю, 90% с лишним, что делаю бесплатно. Хотя, извините, делал то, что никто никогда не делал. И мог требовать миллионы за то, что работал. Но я помогаю людям, тех, кто достойны, которые вижу, что они достойны помощи. Помогаю. И делаю это бесплатно. А некоторым людям еще сам деньги даю. Помогаю.
А мне деньги никто просто так не дает, между прочим. Следующий вопрос. Вопрос по поводу эволюционного развития. Дело в том, что эволюция, развитие человека, если наше слово «развивать», виток «ра», то есть, понимаете, да? Движение по спирали, просветление знаниями и так далее. Возможно, знания необходимы для того, чтобы понимать, что и как делать. Но сами знания, да, не меняют вас. И могу сказать, книги, которые я пишу, я тоже, там есть воздействие для того, чтобы человека легче было воспринимать, я не скрываю это. И многие люди очень благодарны, потому что они воспринимают очень хорошо и легко. Так вот, но даже получив понимание, это только необходимо, но недостаточное. Для того, чтобы двигаться вперед, необходимо уже действовать, то есть принимать, применять эти знания на практике. А для того, чтобы практику, нужно сначала понимать. А, к сожалению, пока этого еще не просто получается. Сейчас занимаемся мы с вами ликбезом. И вот, вы знаете, вот, ну, кто книгу читал, Светлана, помните, там, «Север», говорю, что, когда спрашивали его, он говорит, что люди не готовы, не пришло время и так далее, и так далее. Да люди никогда не будут готовы сами по себе. Социальный проект сделает все, чтобы люди никогда не проснулись. И ждать, когда люди проснутся, бесполезно. Именно поэтому я лично стал тоже действовать, писать те же самые книги, вот, распространять тогда, чтобы помочь людям. По крайней мере, я буду, моя совесть будет чиста, потому что я могу сказать, что я сделал все, что я мог, чтобы помочь людям проснуться. А проснуться или не проснуться люди, это уже не от меня зависит. Это зависит от самих людей. Захотят или они не захотят применять эти знания. И знания, вот нам уже школа и так далее. Да, прежде всего, школа применять и так далее. Нужно сначала многое сделать. И не сразу, так сказать, вот мы хотим там космос один одной ногой, другой ногой, да? Все сразу хотят. Нужно пройти много и сделать много, даже на обычном земном уровне. Просто каждый человек может действовать по чести и совести, и каждый поступок. Вот у вас, наверное, каждого есть знакомое чувство, вот, как мурашки по коже проходят. Когда что-то такое происходит, это же пробирает все вас. Чувствует, наверное, каждый из нас, да? Вот если человек делает какое-то правильное дело, действительно, по чести и совести, по справедливости, вот возникают такие мурашки, потому что происходит качественное изменение самого человека. Пускай на одну капельку. Вот на такую малюсенькую капельку. Но если это таких капелек не одна, 10, 100, 1000, то они накапливаются и меняют человека. И он движется вперед. И без такого движения, пока человек не дойдет до определенного уровня, когда возможно применение других качеств, ничего невозможно. Практика показала, что нет. Человеку даешь, и он скатывается на примитивизм. И даже хорошие люди, получив руки к тому, к чему они не готовы, откатываются назад, потому что соблазн очень большой. И они далеко не... Я не видел тех людей, которые не удержались от соблазна. Потому что я, например, если чего-то не знаю, всегда говорю, извините, я это не знаю, не изучал, не читал, потому что невозможно изучить все и вся, и читать все и вся. Но многие, которые не читали, тысячу раз меньше читали и знают, чем я, они считают, что они дают свое мнение, потому что считают, что они знают все и вся, и делают абсурд. И считают, что это правильно, потому что они что-то увидели по-своему, и даже не понимая, что они увидели, начинают интерпретировать. Так вот, интерпретировать можно, к примеру, если это вы имеете 10% от мозаики, которую вы реально увидите, а 90% вы не видите. Какая будет интерпретация? Правильная? Это если учесть, что вы правильно видите 10%. А проблема в том, что вот этот вот паразитизм, к сожалению, хоть люди и страдают от него, но социальная среда создана так, что очень много сидит в нас с вами. И как я говорю, что нам нужно избавляться от рабов самих себя в первую очередь. Потому что если мы радоваться должны успехам соседа другого, и тогда, если он честно что-то сделал. Помните, Никитина читала много, эти люди читали, нет? Читали, да?
В одной книге у него есть такое, что типа люди, говорится, главный герой попадает в ад. И там в котле варятся русы. И когда только голова кого-то поднимается над чаном, десятки рук появляются, тянут его назад. Вопрос. Столько ли лжи в этом? Нет. Понимаете, нас разобщили до такой степени, что грызутся люди друг с другом. Все плачут на том, как они любят родину, а когда доходит до сути, они забывают родину, начинает каждый кричать про то, что он самый правильный, самый истинный и тому подобное. Хотя ни фактов, ни подтверждающих этого нет. Только его личное мнение. И получается, что паразиты добились очень многого. Они добились того, что мы с вами, вместо быть сжаты, как одно целое, в кулак, мне приходилось встречаться с соединениями, объединением патриотических сил, так называемых. Я был там. Кроме болтологии и расписания, кто какой портфель занимает в правительстве, в котором они не находятся, я там ничего не услышал. Так где же, черт возьми, интерес и задача именно пробуждения людей, того, чтобы отставление справедливости и так далее? Нет, это потому что большинство из них заражены этой заразой паразитической. Вот пока эта зараза нас сидит с вами, пока мы из себя не выживем каленым железом, мало что произойдет. И не нужно жаловаться, что вот паразиты такие плохие. Да, они плохие. А если паразиты сосут, присосались к нам и сосут из нас кровь, и мы только сетуем на то, ах, какие плохие паразиты, взять хотя бы соль посыпать, знаете, пиявки и так далее, и клещи вылазят немедленно, если соль посыпать. Знаете об этом, да? Отсыпется. Не знаете, теперь знаете. Не нужно выдергивать, а просто посыпать солью. Ну, условно. Если человек из себя не выжмет эту вот рабскую философию, трудно что-то будет сделать. Но это надо делать. Поэтому, говорю, люди сами готовы никогда не будут, нужно им помогать. Не то, что люди плохие, а потому что они забиты, воздействие такого плана, которых люди даже не подозревают, и если даже не понимают, что это и как это, тем более они могут против этого. Как в таких условиях человек может сам быть готовым? Может? Невозможно. Поэтому вот я свою задачу и так далее вижу именно в том, чтобы помочь людям освободиться от всего этого, чтобы человек стал самим собой, и уж потом, когда он освободится от влияния, вот тогда он уже сам будет решать, кто он, или раб, или свободный человек. Ну, тогда уже не нужно жаловаться, что вот, я типа вот не знал, не понимал. Понимаете, вот когда, например, когда женщина делает аборт, не понимая, что они делают, по сути, кроме как внушать, что а ничего подобного, там подумаешь, там несколько клеточек там плода, еще там, плода нет, ничего нет, выскабливаются там, очищаются и все дела. Они понимают, что при этом они губят и сильно вред наносят той сущности, которая вошла в момент зачатия. И что это хуже, чем убийство, потому что иногда сущность гибнет. Просто при убийстве сущность редко погибает, а при абортах погибает гораздо чаще сущность, которая может воплотиться вновь и вновь и вновь. Так вот, когда женщина не знала это очень плохо. Но это понятно, что она, ее невежество привело к такому действию. Но если я таким случаем помогаю освободиться от последствий такого действия. Но если женщина это понимает и действует сознательно, то в таком варианте такой женщине помогать не буду. Потому что одно дело, когда не знаешь, делай что-то. Это тоже не снимает вины, но есть смягчающие обстоятельства. А другое дело, когда человек действует сознательно, понимая, к чему приводит, он все равно делает. Значит, он тогда преступник. Так и здесь. Вот когда я помогаю людям проснуться, и люди просыпаются, и после этого продолжает «моя хата с краю, ничего не знаю», то он раб. И он соучастник преступления. Потому что если он позволяет преступлению совершаться,
понимая, что происходит, то становится участником. Так что такие вот орехи. Следующий вопрос. Опять на грустную ноту скатился, да? Следующий. Санкт-Петербург кем был построен? Уже Петром Первым и так далее. Ну, естественно, что если учесть, что был построен после того, как настоящий Петр не вернулся из посольства, вы знаете, сколько людей, 200 человек уехало с Петром Первым настоящим, а вы знаете, сколько живых осталось из этих 200? Знаете? Один. Совсем один. Меньшиков. Все остальные были убиты. О чем это говорит? Есть очень хороший сайт, как это, великий самозванец, Байда, но не Дмитрий Байда, другой Байда. Он провел прекрасную работу, где изложил все материалы по Петра до поездки и после поездки, и художественный образ Петра. Вот если кто-то не читал, «Великий самозванец», как этот сайт называется, там 100% доказательств, что вернулся не Петр, который уехал. 100%. Которому даже писать по-русски до конца не мог, писал латиницей, это очень плохо. А перед этим тот, кто уезжал, прекрасно владел грамотной, очень грамотный и так далее, ну просто несговорчивым казался. Хотя Романовы были поставлены Западом на трон, противозаконно, между прочим, никакого права на трон они не имели. Это, наверное, тоже знаете, да? Их поставили Ватикан и английская королева, татаршня, ну, того времени. Так что в этом плане... Кстати, есть письма, которые Иван Грозный, ну, в принципе, получается, последний из московской Тартарии настоящих царей, в принципе. Борис Годунов был, но очень коротко, хотя он законно был царем. Так вот, ну, чуть-чуть коротко, чтобы говорить о нем. Так вот, знаете, как он писал английской королеве? Как своему вассалу, то есть подданному. Не знаете об этом? А эти письма есть. И на каком языке они написаны? На английском, думаете, были? На русском. И вся Европа читала письма на русском, знала. Все вот ханские ярлыки написаны были на двух языках. Вернее, на одном языке, только двумя алфавитами. На русском и на русском. Только было два алфавита, которые применяли военные, то сейчас арабы освоили, только они наоборот букву читают справа налево, вместо того, как слева направо. Если вставить гласные слова арабские и читать правильно, ну, с нашей позиции, то мы получим русские слова. Как ни странно. Это не мои выводы, это выводы лингвистов, которые изучали и так далее. Поэтому очень много изменилось после того, как Романов поставили к власти. А зато же Петр, помните, его приказ был один из основных, свести в столицу все старые книги для якобы снятия копий. И все книги были свезены заключением Славянского монастыря в основном. Ну, и хорошо, если есть книги, которые свезли, с ней сделали копии. А где оригиналы, которые свезли? Их нет, уничтожены. И что делал Петр? Посылал войска, которые 2 года осаждали Славянский монастырь, пока не взяли его. Но я думаю, за 2 года монахи, которые под видом монаха там скрывались волхвы, между прочим. Вы знаете, что Сергий Радонежский был волхвом? Знаете об этом? Кто-то знает? Поднимите руку, кто знает об этом? Ну, довольно-таки много. Радонежский, даже его прозвище Радонежность многом говорит. Многие волхвы, чтобы сохранить хоть крупицы то, что есть, вынуждены были идти в христианство, ну, под видом монахов, не только священников, чтобы сохранить максимум, что возможно. Так вот, в Славянском монастыре это был центр волхвов, которые там скрывались и хранились на очень ценную библиотеку. Я думаю, за 2 года, пока осада шла, они большинство книг ценных вывезли или, может, сделали копии с них, а оригиналы спрятали. 2 года осаждались создался Соловецкий монастырь из-за того, что монахи отказались сдавать книги. Если бы эти книги было то, что выгодно Романовым, чего же им тогда бояться, правильно?
Что же в этих книгах было тогда? Подумайте. То, что полностью разоблачает тех же самых Романовых и их версию событий прошлого. Так что иногда нужно просто делать анализ сведений, которые каждый из нас имеет. Если это так выгодно было Роману, почему они с оружием делали? Где те данные, которые там открылись? Нужно было кричать на весь мир. Романов бы кричал, что наша империя самая мощная, самая старинная и так далее. Он не кричал. Он говорит, что если другим, ну, уже Петр, естественно, кричал, что если другим правителям достались люди, то мне быдло досталось, скотина. Это нормальный правитель скажет о своей стране и своих людях? Не думаю. Следующий вопрос. А последний из Романа, правда, отказался царь? Что-что? Отказался, правда, от престола? Или... Нет, насколько я знаю, отречения не было. Хотя Романовы не были убиты, они содержались в специальном лагере и умерли своей смертью, так же, как и книжные. А расстреляли, так сказать, для близир других. А вы думаете, откуда у Сталина появились золото, которое он платил за Линклианс? Откуда? Не думали? Да, экспертиза все фабрикована, естественно, все это. И даже церковь отказывается признавать, по крайней мере, при предыдущем Алексии Патриархе отказались признавать. Все это сфабриковано. Императрица умерла, Никсон ее видел последний раз живой, так сказать, он ей, кажется, почет оказывал, когда приезжал в Россию, в Советский Союз тогда. Так вот, Романовы были живые и содержались. И когда началась война, Сталин приехал к Николаю II, и тот давал номера счетов и коды все для того, чтобы часть средств, которые царская семья Романовых, как вы понимаете, средства были колоссальные, и до сих пор то, что осталось даже, и России так и не позволяет этим воспользоваться. Знаете об этом, да? Не знаете, да? Сообщаю вам. До сих пор Россия еще не может воспользоваться теми вкладами, которые царская семья внесла на свои имена в банки, и в Швейцарии не только. Пол Америки принадлежит Романову, между прочим, если посчитать так. Так вот, Николай II передал золото Сталину, на которое он, часть золота, довольно большую, которого он рассчитывался за поставки тех же американцев, которые сами же эту войну и развязали. Создали все, чтобы она возникла. Кому интересно, почитайте тех книг, которые я писал, я уже об этом писал. Правда, больше всего пока в автобиографии. И меня биографии иногда заносит, я начинаю писать не свои автобиографии, но тем не менее. Следующий вопрос. Ну, вот я уже немножко говорил, Россия, пожалуйста, ситуация с вывозом председателя профсоюза Омской области Красикова Василия на допрос. Ну, я уже говорил об этом. Просто, естественно, то, что делает движение, ну, понимаете, информационную войну ведем, разоблачаем и доносим людям правду о нашей стране, о том, кто мы, что мы, и что мы должны делать, и как, это очень многим не нравится, потому что люди пробуждаются. И сатаны-паразиты очень этого боятся, потому что если люди проснутся, то достаточно посыпать солью, и они сами отвалятся, как в том анекдоте. Помните? Доктор, а что, операцию нужно делать? Больной, попрыгайте. О, само отвалилось, понимаете? Так вот здесь, если люди проснутся, без всяких революций и так далее, социальным паразитам делать нечего будет. И они это прекрасно знают. И поэтому они пытаются фабриковать дела, то есть полностью ложь, противозакон, используя то, что люди не знают законов и так далее. Потому что, опять-таки, что причастны к движению, типа возрождение Золотого века и так далее, по борьбе по запросу такого-то центра по борьбе с экстремизмом. Извините, где экстремизм? О том, что великая Родина, что мы великая нация, что наши предки великие дела, что мы достойны лучшей жизни. Это экстремизм называется, да? Опять-таки, проясняю, что пока не признан мой сайт экстремистским, потому что нет возможности, они пытаются найти варианты, они пытаются подловить людей, чтобы через них
добиться того, чего нет. Вот признались, что они считают себя экстремистами, значит, вы являетесь экстремистом. Понимаете, да? Поэтому это противозаконные действия. Так как я уже говорил, прокуратура 5 раз пыталась возбудить уголовное дело, когда еще не было гражданское дело закончено. То есть это уже нарушение всего, Конституции, уголовного и так далее, и так далее. Но Верховный суд, к примеру, вот 29 февраля я, так сказать, с моими помощниками были в Верховном суде, потому что я требовал пересмотра решения от 23 декабря по новым исключительным обстоятельствам. Новым исключительным обстоятельствам. Я доказал в суде, что, так сказать, информация, которую использовал ЦИК, чтобы отказать в регистрации меня как кандидата в президент, полностью сфабрикована ими. То есть уголовно наказуемые преступления. 2 факта. То есть по этому делу можно называть 2 уголовных дела в отношении ЦИК. Я это поднес, разъяснил все перед судом. Но самое забавное, знаете что? Был назначен другой судья. Они до того боялись, что назначили того же самого судью, который вынес решение. То есть это противозаконно. Как человека заставляют менять собственное решение, которое человек вынес раньше? На что они рассчитывали? Они рассчитывали, что тем самым я дам отвод суду, и они уговаривают моих представителей, что, ну, может, вы отвод дадите судье или кому-либо. Это факты. Умоляли. Я сказал, никому отвод не делать. После чего я изложил факты так, что доказал, что ту информацию, которую они использовали для того, чтобы сделать то, что сделать, она фальшивая, сфабрикована. То есть является уголовным преступлением. И это я преподнес как вновь вскрывшиеся обстоятельства. Естественно. Я просто сел за законы сам, проанализировал все и сделал эти выводы. Ни судья, ни прокурор, который был судья, не смогли ни одного слова возразить. А теперь знаете, что прокурор пытался сунуть мне? Вот читайте, видите, вот здесь список случаев, которые признаются, вновь сквозь обстоятельствами. Вот в этом списке того, что вы сказали, нету. Поэтому то, что вы говорите, мы не принимаем к вновь сквозь обстоятельства. А когда обвинули, это гражданский кодекс. Понимаете, да? Извините, то, что вскрылось, является уголовным кодексом. А в уголовном кодексе подлог и фальсификация являются уголовно наказуемым преступлением. Так они решили, что подсунув гражданский кодекс, где уголовный кодекс не рассматривается, вот здесь нет, и нет, на нет суда нет. Понимаете, да? Им доказали, что это не гражданский кодекс, а уголовный. Все равно судья хитро сделала. Она назвала мою позицию, все полно. Ну, в конце, ничего не является по новым скрытым обстоятельствам. Извините, о том, что это был подлог и фальсификация, никогда не говорилось, не доказывалось. Я доказал. Просто я сам выступал в суде вместо адвоката. И что? Жалоба была кассационная, кажется, коллегиальная Верховного суда. Насколько я знаю, они сидели несколько часов, решали, что же делать, как быть, потому что факт есть факт. И около часа ночи они вынесли решение, что никакого случая, так сказать, нет. А вы скажете, может быть, я придумал что-то? А я вам приведу просто пример, чтобы было понятно, что к чему касается, как фабрикуются дела. И что и Верховный суд, и Конституционный суд, к сожалению, не являются. Ну, найдем на них управу тоже. Потому что мои документы ЦИК принял 13 декабря. Проверяли документы 5 часов, проверяли каждую буковку. Только после 7 часов вечера они все прекратили, ни к чему не смогли придраться по-серьезному. Вынуждены были принять документы. Где-то я лично ходил, пока вот задавали, ходил, и там подписывали, что документы приняты. То есть они приняли документы как кандидата в президент. Значит, 13 числа уже работа закончила ЦИК. Значит, получается, в лучшем случае, 14 числа, следующий день,
Они вернулись к рассмотрению моих бумажек. Правильно? Правильно. И в лучшем случае, только 14 числа, они отправили запрос на прояснение ситуации. Значит, они послали запрос в Минюст. С Минюста должны пойти уже в МИД Российской Федерации. Из МИДа Российской Федерации должно пойти Генеральный консул России в Сан-Франциско. И из Генерального консула Сан-Франциско в Сан-Франциско должно пойти Миграционная служба США. Посмотрите, сколько цепочек. Как вы думаете, бумаги проходят за один день? Так вот, когда у нас утро, то есть утром, когда они послали, да если учесть, что они все в России прошли инстанции в один день, такое может быть? Я сомневаюсь лично. Если телеграмма приходит на второй день только, представляете? Верховным судом посланы мне лично. Факт, телеграмма послана, приходит на второй день. То в США, 14-го, это у нас 14-го, в США в это время днем у нас день, там ночь. И Генеральное консульство не работает. То есть в лучшем случае Генеральное консульство получило эту бумажку нашей ночью, следующей, и ихним днем. После чего генеральный консул должен сделать запрос в миграционную службу США, это послать его, официальный запрос, датой, числом и так далее. После чего генеральный консул США, который работает ничуть не быстрее, чем наша, минимум 2 недели бы не отвечали на этот запрос, получил бы ответ, естественно, не в тот же самый день, понимаете, да? И так далее. Так вот, 15 декабря в 5 часов вечера, понимаете, а 13 ночи, только вечером они приняли после 5 часов бумаги от меня, 15 декабря, то есть, когда только, даже если при самом лучшем, только пошли бумаги Генерального консульства США, России в США, уже к 5 часам был ответ, который устраивал ЦИК. И они уже вывесили на своем сайте распорядок следующего 16 числа день, план заседания, и что отказать группам избирателей, что тоже глупость, группы избирателей не могут иметь, это ЦИК написал нонсенс, группа избирателей, отказать в группе избирателей, как можно отказать избирателям, то, что они, отказать Левашову, они могут говорить, но не группа избирателей. Но неважно, как они сформулировали, уже в 5 часов 15-го было принято решение по отказе. Я просто сказал, а покажите мне документы, исходящие, числа, когда приходили и так далее. Ничего нет. Даже при самом лучшем раскладе невозможно сделать это. Что вы думаете? Оказалось, что это не... Это уголовный преступник, подлог, понимаете, да? И Верховный суд, ничего, это все нормально. Плюс я опять-таки... Взял другой параметр, просто объясню, чтобы знали, чтобы не просто, что я сказал, что ляпнул голосом, чтобы только себя, так сказать, преподнести хорошо, как некоторые пытаются, мои друзья-товарищи, в кавычках. Я взял специально о выборах президента Российской Федерации, где четко говорится, граждане Российской Федерации, временно находящиеся на территории другого государства, ни активного, ни пассивного права своего не теряют. Пассивное право – это быть избранным, понимаете, да? Активное право – это избирать. И это статья 3, пункт 1, и статья 3, пункт 3, там разъясняется. Кто теряет пассивное право? Пассивное право теряют только те лица, граждан Российской Федерации, которые имеют вид на постоянное место жительства в другой стране. Тогда они теряют право быть избранным, то есть пассивное право. Справочка. Я никогда не имел статуса постоянного жителя никакой страны мира. В США я находился временно. И в статье не написано, сколько там, полгода, год, 5-10. Потому что люди и учатся, и работают в других странах подолгу. И если они не принимают, не получают статуса постоянного жителя, или грин-карты, как называется в США, то они считаются временно проживающими на территории другого государства. И вот что самое интересное, мне прокурору в суде Верховном полчаса пришлось доказывать, что жить постоянно в городе Сан-Франциско не значит, что быть постоянным жителем США, понимаете? Что это две разные вещи, потому что иметь грин-карту и находиться в городе, это не одно и то же.
У нас тоже очень много, кажется, жителей Молдавии и других стран, которые не являются гражданами России, правильно? Живут и работают в Москве. Ну, вы это знаете, да? Являются ли они гражданами России от этого? Или имеют постоянный статус? Нет. И они живут и над десятилетиями, и работают. Вот понимаете, вот я их подловил на этих двух вещах. То есть нарушение Конституции по двум пунктам. И фабрикация подлог. То есть это преступления уголовные. И что теперь, кто стал соучастником? Не только ЦИК стал соучастником преступления уголовного. Судья, который вынес решение. И Верховный суд, что, когда группа судей решала, которые, имея доказательства фальсификации и так далее, вместо того, чтобы принять мои требования к рассмотрению, они сказали, никаких нарушений нет, никаких новых вскрытых обстоятельств нет. Оказывается, два уголовных дела, которые вскрылись, являются, не являются новых вскрытых обстоятельств. Это факты. Вот теперь подумайте, какой справедливый у нас, помните, был, у нас самый справедливый Советский суд, помните, да? Самый гуманный и справедливый, да? Ну вот. Значит ли это, что это все сойдет с рук? Нет. Потому что я планирую написать еще одну статью по этому поводу. К вопросу «Демократии 2» или «Поле чудес в стране дураков». Название. Я планирую, напишу эту статью и расписать все это в красках. И очень, так сказать, интересно, мне кажется, будет читать людям. И это не, и выставить опять-таки на интернет и сделать достанем гласности. И не только. Продолжаем будем воевать. Я, например, никогда не сдаюсь и не собираюсь сдаваться. Что-то? Какая победа? Понимаете? Во-первых, понимаете, могу следующее. Я не рвусь и не рвался быть президентом. Мне это, если говорить, и не нужно. Вот чего бы я хотел? Вот писать свои книги, делать свои исследования, которые принесут гораздо больше пользы и так далее. Но факты показывают, что вот технологии, которые я создаю и уже созданы, я не собираюсь отдавать паразитам, чтобы они еще больше наживались на этом. И, по крайней мере, я знаю, что я согласился на предложение быть выдвинутым кандидатом в президенты, потому что я знаю, что нужно делать для того, чтобы возродить нашу страну, и как это нужно делать. Извините, пока говорить не буду. Знаете почему? Потому что даже некоторые фразы, понятия, которые я говорил здесь, тоже всплывают среди некоторых лиц, которые выступают по телевидению, правда, извращенном варианте, и сводят на нет все, что я говорю. Какой смысл? Можно не конкретно, а надежду дать. А надежду? Ну, там, допустим, я отдаю свой голос за вас, да? Я как-то должна быть ответственна, у меня уверенность. Уверен в чем? Уверен в завтрашний день, помните интермедии? Порядок будет наводить. Дело в том, что один я сделать ничего не смогу. Я много чего могу сделать, но заставить людей вести себя по справедливости невозможно. Поэтому вот, что я делаю, считаю самым важным делом, это вот информационная борьба, разоблачение, ведение самой важной войны, победить ее. Потому что нас, враги, никогда не могли победить в открытом сражении. Вам не нужно доказывать, что это правда. Правильно? Что они придумали? Они придумали информационную войну, в которой пока, по крайней мере, пока выигрывают. А если учесть, что они дают молодежи сейчас, уже дошли до маразма, что сколько часов русский язык будет читаться в школе? 2 часа в неделю, да? Там другое тоже. А если хочешь больше, плати. То черт возьми, неужели наша страна такая бедная, что не может дать бесплатного образования своим гражданам? Кто хочет получить платное образование, вот, пожалуйста, есть платные там колледжи, лицеи и тому подобное, идите учитесь там. Но в нормальной школе, по крайней мере, в советские времена, там сделали паразиты в то время, тоже паразиты были, сделали одну ошибку. Знаете, какую? Потому что они стремились к мировому господству, это не нужно отрицать, вы сами знаете, да? Мечта Сталина была Союз Советских Социалистических Республик мира, знаете, да?
То есть его задача была захватить мир уже под тем соусом, который он творил в Советском Союзе. И чтобы это сделать, им нужны были образованные люди. Потому что только хорошо образованные люди могут создать что-то стоящее и так далее. Понимаете, да? И они действительно сделали, по крайней мере, когда я учился в мои года, образование было очень-очень хорошим. Не измерить, что сейчас. Просто те сокурсники, с которыми я учился, они преподают многие уже не один год. Я просто спрашивал насчет уровня студентов, которые сейчас поступают. Мне говорят: Коля, да они элементарных вещей не знают. Представьте, до чего? Это поступающие вузы, технические вузы. Они не знают элементарных вещей по математике, физике и так далее. А вот новое поколение, которое сейчас растет, вообще будет. Если им по 2 часа русский язык будет, по 2 часа науку преподавать, или природоведение, где только в общем говорить будет обо всем. К чему придет? К невежеству. Почему? Потому что невежественных людей очень легко обмануть. Им легко можно подсунуть какую-то информацию. Полуправда. То есть какая самая лучшая ложь? Полуправда. То есть одно говорится, а другая часть не говорится. Или как делают, вот недавно ко мне обращались с просьбой дать интервью для РЕН-ТВ, программе, где говорили о лето 2010 года. Ну, я говорю, вы знаете, уже сколько давал интервью, потом появляются интервью, кусочки вырезанные, даже меня не спрашивают, и абсурд получается. И я говорю, вот все-таки они попросили, там, можно использовать материалы из ваших статей и материалы, ну, если да, то если вы не исказите, то пожалуйста. Секретный материал должен быть в пятницу выходить, не знаю, использовали или нет, я не видел. Что-то было моего на директе? Никто не видел? Да. Не было, значит, побоялись. Хотя сказали, мы надеемся, что мы с вами еще будем взаимодействовать долго и плодотворно. И что я им сказал? Вот я просмотрел предыдущую программу специально, которую мне тоже просили дать интервью по этому поводу, по поводу ящеров и так далее. Планета Z и тому подобное. Абсолютно нонсенс, понимаете? Я просмотрел, там было несколько человек, которые говорили. Я говорю, вы знаете, во-первых, какую вы цель ставите? Вы ставите человека запутать полностью? Или вы хотите, чтобы у человека возникло какое-то понимание? Вы понимаете, что те люди, которые выступали в вашей передаче, то один, то другой мелькал, то один другой после другого, тогда несколько человек там, говорят вещи противоположные. И если человек, который вообще в этих вещах не разбирается, послушает это, то кроме хаоса и полной неразберихи ничего не будет. Это первое. Второе. То, что говорят эти люди, они говорят полный абсурд, с моей точки зрения. О чем это говорит? Или люди это делают сознательно, то есть сознательно вводят заблуждение зрителей, или они сами не понимают, что говорят. Там пример, то, что Мулдашев приводил пример, что вот, монахи, так сказать, из Тибета, так сказать, это они, вот, они создали, хранили. Ну, вы знаете, что он считает, что все расы вышли из Тибета. Ну, полный абсурд. И что вот те же самые монахи, они эти знания хранят, тайны и так далее, что они его создали. Я хотя бы поговорил бы с тем же самым монахом, если он с ними говорил, то они бы сказали, так же, как и индусам, они бы сказали по секрету, потому что публично они молчат об этом, что те знания, которые им дали, и те библиотеки, которые в Тибете хранятся, эту библиотеку создали не они, они только хранители, а создали наши с вами предки. Именно наши с вами предки пришли с севера по отношению к ним и принесли им те понимания, которые они потом извратили, и те книги на хранение передали. Потому что таких закладов библиотек было во многих местах, не в одном. И тебе только одно из таких мест. Но для Мулдашева, который, я не знаю, он или не понимает, не знает, или специально извращает, он говорит совершенно противоположные вещи. Но в любом случае, я говорю, если вас интересует, если вы хотите донести людям понимание, то вам нужно давать возможность, чтобы человек говорил ту позицию свою, излагал. И не просто сказал, что это так, потому что так, а привел факты и доказательства. Вот что самое интересное, знаете, что самое интересное? У других почему-то никто ничего не требует. Они вякают такую ахинею.
и все нормально. У меня же требуют, докажи. И что? Доказываю. Фактами. И что? Молчок. Потому что факты и то, что я говорю, не устраивают тех, кто хотел бы слышать совершенно другое. Понимаете, поэтому я ей сказал, извините, я понимаю, она, женщина звонила, продюсер, говорит, я не режиссер, донесите своему режиссеру, что если вы хотите, чтобы меня приглашать что-то, то мне уже надоело давать интервью, которые все, вы знаете, вот приходили группы, ну вот кто присутствовал, записывал, все, потому что я всегда делал так, я сопровождаю. Кроме того, что вы записываете интервью, это же интервью записывается нашими камерами, с нашего движения. Ребята приходят, у нас есть в движении и режиссеры, и операторы, и очень хорошие, которые записывают все параллельно, чтобы чуть что, можно было бы доказать, что извращение. Потому что когда материал не выходит, мы выставляем полностью материал интервью на сайтах и так далее, и люди могут послушать, что лично говорил я по этому поводу. Так вот, когда все эти группы приходят, и с продюсерами, и с режиссерами, и у тех, и у других вот такие уходят с такими шарами. Ой, так здорово, так интересно, так потрясающе. Ой, сейчас мы сделаем. И тишина, и мертвые с косами стоят. Помните, да? До сих пор. Так вот, я говорю, если вам интересно, то я буду давать, во-первых, желательно в прямом эфире. Ну, это документальный фильм, хорошо. Но тогда документальный фильм без предварительного показа мне, что вы выпускаете, вы не должны выпускать материал. Почему не хотят? Я говорю, и если вы хотите, то это должно быть изложение позиции целиком, чтобы это было доказательно. Не нравится доказательно, потому что тогда факт. Хотя то, что я говорил, и то, что писалось в статье «Антироссийский энциклон 1 и 2», уже после этого подтвердилось десятки раз на экранах, вы видели, сколько материала было. Но никто не упоминает, что это материал взят у меня. И уже подтверждено все. Ну, не важно, как взят. Главное, что разоблачили это. Хотя тоже предъявляют, уже пытаются возбудить уголовные дела против этой статьи, которая тоже не являлась экстремистской, что я, видите ли, обидел бедных американцев. Наша прокуратура защищает бедных американцев. Я возвел на них клевету, что, оказывается, против нас они ведут войну, климатическую и геофизическую оружие применяют. И нужно их защитить от меня. Хорошо? Это наша генеральная прокуратура защищает. Подумайте, кого защищает генеральная прокуратура. Хотя в статьях и информации, которые приводил, были факты, которые неопровержимы. То есть это факты, данные, полученные не мною. Если бы я сам получал данные, знаете, как Шулер делает, карты мухлюет там и так далее. Но эти данные не я получал. Эти данные получали люди, которые даже не слышали о том, что я говорю и что я делаю, до того, как об этом говорил. И эти данные полностью, и публикации в статьях западных, когда это случилось, и памятка американским туристам, которые хотят приезжать в Россию, который Госдеп выпустил еще до того, как события прошли. Я не говорю, что все сгорит и будет радиоактивное, химическое заражение Москвы. Было. А по американским понятиям все было. Я вам открою одну маленькую тайну. Знаете, кто был ответственен за эту операцию? Кто вы думаете? Правильно. А знаете почему? Потому что у них, у черных очень четко, поручается задание, если человек, которому поручается, его справляется, выполняет, то ему все, почесть, там еще денежек и так далее. Но если он не справляется, его наказывают очень сурово. Лужков ответственен был за эту операцию. Уничтожение Москвы и... В принципе, дестабилизация России и для того, чтобы введена войска в Россию. Его убрали с мэра сразу же после этого. Хотя, извините, его можно убрать десятки раз до того с позиции, потому что кроме того, что он вор большой, это, я думаю, в этом кто-то сомневается, да?
Есть считающие, что Лужков – это честнейший человек, который болел душой и телом, костьми ложился на рельсы, под паровозы. Кто-то считает так? Да, конечно. Лужков бедненький, у него в карманах ничего нет. Зато все у его жены, миллиарды у него, у его жены. Конечно, у него же карманных нет. Какие же претензии ко мне? Но на кого это рассчитано? Вот поэтому статья и называется «Поле чудес в стране дураков». Нас с вами считают за полных идиотов. Как бы с Путиным? Вопрос не понял. А вы думаете, кто там есть, никто не имеет денег? И откуда деньги получаются? Зарплата? Конечно. Ну так делайте выводы. Следующий вопрос. Я упомянул, что обнаружил часть незаконченной книги «Тамплиеры». Будет она опубликована? Да, будет. Я в ближайшее время думаю все-таки подготовить ее. То просто нужно найти иллюстрации, которые она использовала, потому что качественные иллюстрации были. Если нам будет выставлена часть, то, что он успел написать, но той части достаточно, чтобы понять ту ложь. Вы думаете, только сейчас фабрикуют то, что социальные паразиты делают в нашей стране? Они делают тысячи лет уже. И то, что сотворили в 13 веке с теми же самыми тамплиерами, которые совершенно не были такими, как они и есть сейчас, преподносятся. Вы почитайте книги про тамплиеров сейчас, ничего близкого к тому, на самом деле, кем они были, вообще нет. К тому же Светлане удалось найти весьма интересные документы, которые сохранились. Вы знаете, что Папа Римский, Иннокентий II, Иннокентий чистый невинный, написал буллу, то есть приказ, согласно которой снимаются все обвинения против тамплиеров до того, как они были еще арестованы и казнены. Ну почему-то этот приказ было положено в то место. Ее обнаружили только через 700 лет. Но главное, обнаружили. То есть Папа Римский просчитал, если те победят, то он сказал, а вот я оправдал вас, я не виноват, я. А если победят другие, если Филипп красивый, вот, все, значит, все нормально. Никто бы никогда не вытащил это. Случайно вытаскиваются такие документы. Ну и хорошо, что случайно находят. Получают подтверждение. И много еще другое. Следующий вопрос. В последнее время средства массовой информации, время телевидения, мусят информацию по неизбежном столкновении Земли с каким-то громадным астероидом, громадных размеров. Предварительный конец света 2037. Видите, уже 12-го перенесли на 2037. И так случается каждый раз. Хотя события трагические должны были произойти в 2003 году уже, но они не произошли. И думаю, что не произойдут и другие, даже если такие вещи присутствуют. Я не изучал этот вопрос, потому что до 37-го года еще дожить надо. У нас пока еще 12-й год. Нужно решить проблемы насущные сейчас. А этот астероид, если летит, то он очень далеко еще от нас. Поэтому не будем об этом думать. Но думаю, что уже все меньше и меньше говорят о конце этого 2012 года, хотя идиоты есть, которые это продолжают говорить. Они ведь и перепутали. А недавно вообще, знаете, нащелкаешь, что обнаружили еще другой календарь, еще на 4000 лет больше. Потому что индейцы майя, они заканчивали календари на определенных эрах. Заканчивается ночь сварога, как мы называем наши предки, и календарь к этому времени тоже заканчивается, потому что они создавали календарь по принципу наших предков. Цикл жизни 144 года. И вот последний цикл жизни, который они использовали как точку отсчета, 12-му заканчивается. Но это не значит, что конец света наступает в 12-м году. Это просто рассчитанный календарь, который был найден, заканчивается там. Но другой найден календарь, где еще 4000 лет добавлено, опять переносится. И 2037 год не попадает тоже. Ну, понимаете, вот сколько уже концов света все обещали. И он сегодня, все уже и гробы кладут. Было время, когда люди и убивались, и в гробы ложились, да? И до сих пор не наступает. Хотя реальности, когда Земля погибла, было очень много. Только об этом почему-то не говорят, когда реальная угроза. А для того, чтобы это делать, для того, чтобы людей держать в состоянии паники, страха, для того, чтобы заставлять их, отвлечь их
от реальных проблем на тех проблем, которые не существуют. Но это очень хороший прием, это тоже социальное оружие, это информационная война, и она ведется. Следующий вопрос. Так, вопрос, конечно, хороший. Что такое идея? Как их искать? Вы знаете, вопрос немножко меня поставил в тупик. Что такое идея? Ну, вы знаете, как искать? Ну, думаю, идея появляется тогда, когда человек, если вот, вот так сказать, выстроить, так сказать, с того понимания, которое у меня есть, когда человек движется вперед, и он движется, идет два этапа. Количество накопления чего-то, представлений. Вот и накапливается, накапливается, находится критическая масса. Когда уже накопилось столько данных и фактов, что человек начинает понимать, что те представления, которые у него были до этого, не работают. Они не полны, не цельны и так далее. И вот когда такая ситуация наступает, если человек в состоянии освободиться от шаблонов, в которых он варился все это время, то он начинает уже пытаться прорваться за пределы того, к чему он привык, и выйти на другое понимание. И тогда появляется идея, то есть осмысление того, что накопленные данные базы, которые человек получил, качественной информации, заставляют его искать другое решение, другое понимание и так далее. Вот эта идея, это опять-таки движущий механизм, и человек начинает уже двигаться вперед. Но далеко не все смогут пойти дальше. Потому что очень многие, подойдя к рубежу, очень многие боятся пересогнуть, потому что тогда им придется отказаться от многих, от многого. Почему? Потому что тогда ему нужно сказать, что он подумает по-другому. Значит, если человек науки чего-то достиг, то ему придется отказаться, сказать, извините, ребята, я думаю, что то, что вы думаете, что Земля плоская, а я уверен, что она вращается и круглая. Ну, она не совсем круглая, грушевидная, но не важно. Потому что вот такие факторы есть. И что вы думаете, кинуться, доказывать все остальные, которые думают, что Земля круглая, плоская, что он дурак, его лишат всех званий, почести, наград и так далее. Правильно? То есть человек, который накопил качественную новую информацию, накопил данные, и у него понял, что вот эти данные уже подталкивают его к чему-то новому, вот здесь должно быть и мужество, и смелость, как человек, для того, чтобы сделать шаг неведомое. И вот когда человек делает этот шаг, он как слепой котенок, потому что это совершенно новая сфера. Вот у него появляются разные идеи, что и как может быть по-другому. И вот здесь вот, как их искать? Их искать невозможно. Их нужно быть подготовлен. То есть, когда вы подойдете к такому ступеньке, например, я могу на собственном опыте, когда накапливается, накапливается, то все, пятое-десятое, и ты не обязательно думаешь об этом постоянно. Просто идет накопление, 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 и наступает такой момент, ну, не так, как Гегель, приход количественных изменений, качественных. Сами по себе количественные изменения в качество не придут. Всегда должен быть тот, кто их переводит в новое качество. А для этого человек должен найти что-то такое, оттолкнуться от того, чего... Знаете, помните, пойти туда, не зная куда, принести то, не зная что. Помните, да? Сказку. Так вот, это примерно то же самое. То есть, предыдущий опыт накопленный, ему говорит, что что-то не так, что совсем не так. Но он еще не видит. И поэтому, вот, чем мне повезло, может быть, то, что в таких ситуациях я не использую тот инструмент, который мне был изначально, потому что тот инструмент, который мне был изначально, он может дать только то, что он может дать. Я начинаю этот инструмент менять, то есть менять самого себя. Ну, перестраивать, скажу. И при том, когда я перестраиваю, это не очень всегда бывают приятные вещи, весьма тяжело бывает. Потому что когда первый раз делаешь что-то, ты, во-первых, не знаешь, что делаешь, ты не знаешь, как последствия, пока не пройдешь на себе, ну, то есть, опыт на себе, знаете, испытание на себе не пройдешь, ты не поймешь, что и как нужно делать полностью. И вот если выживешь после таких перестроек, у тебя появляется возможность видеть и понимать, заглянуть дальше, чем ты мог до того как. Без этого, к сожалению, заглянуть дальше невозможно, потому что
то, что человек имеет на данный момент, и позволь ему накопить вот то, что он накопил. Но дальше нужен новый инструмент, новые качества, без которых это невозможно. Так вот, в принципе, на Земле у нас все условия есть для того, чтобы человек мог перейти на новые качества. Но для этого он должен научиться мыслить по-другому, понимать по-другому, убрать свои опломбы, иго и так далее, что далеко не все в состоянии сделать и не хотят, потому что очень многие, чуть-чуть добившись чего-то больше, чем другой, начинают считать себя богами, избранными и так далее. Вы, наверное, вам это слышали неоднократно. И вот здесь все, тут можно ставить крест на таком человеке. Никогда он ничего не создаст. Потому что ни Бог, ни Бог избранный, любой Бог и любой Бог избранный уже мертвы, когда они считают себя таковыми. Они живые трупы. Это мое убеждение. И мой опыт, по крайней мере, тут за время, которое у нас есть, невозможно все объяснить, просто много информации, которую просто я так могу изложить. Но для того, чтобы изложить, нужно подготовить к ней. Потому что если сказать просто вот сейчас выдать, то для многих она будет запредельная, потому что когда нет связующих звеньев, когда информация здесь есть, а вот здесь следующая информация, вот когда нет мостика, человеческий мозг не в состоянии построить, его нужно построить, подвести вот сюда, и тогда все в порядке, тогда никаких проблем не возникает. А просто выдавать информацию для того, чтобы кого-то потрясти, типа, чтобы выпал в осадок, да, кто-то, мне это не нужно. Мне нужно, наоборот, чтобы человек не выпал в осадок, а из осадка вылез. Ну ладно, следующий вопрос, пока еще время есть. Так. Существует ли связь между сущностью родителей и детей? Существует, естественно, особенно сильно существует между матерью и детьми. Хотя это тоже неоднозначно, от случая к случаю это меняется. Бывает от очень сильных связей. И не обязательно только родителями, допустим, муж и жена могут очень сильную связь иметь и так далее. Наши предки, знаете, что делали? Вы, наверное, знаете традицию, что наши предки сажали деревья, когда рождался ребенок. Но вы знаете, по этой традиции я должен быть мертвым давно. Знаете почему? Потому что когда мой отец, когда я родился посреди тополя, то он погиб где-то через 5-6 лет после его посадки. Так что если по нашим понятиям предков, если кто-то увидел погибший тополь, то он сказал, что я труп. У меня пока еще нет. Хотя меня тут пытаются отправить очень активно и очень интенсивно. Но не в этом дело. Так вот, существует связь и не только между родственниками, между мужем и женой, которые родственники, в принципе, по генетике не являются, правильно? Может быть, просто если зависит от того, насколько чувствительный человек, может другой человек чувствовать другого человека, от того, что настроишься на него и так далее. Но опять-таки, для этого нужно, чтобы у человека было понимание и, понимание и как и что действовать. Да, это уже будет не просто, вот у меня вот здесь что-то почухал, и все. Уже будет осознанное использование этого метода. Так вот, когда наши предки сажали деревья, почему? Раньше телефона мобильных не было, вообще никаких не было. Естественно, очень часто особенно мужчины уходили на войну или по делам, и уходили на несколько лет, а то и больше. И вот когда дерево, которое посажено было, процветало и цвело и так далее, значит, все хорошо. Если дерево начинало чахнуть, человек или заболел, а если погибало дерево, считалось, что человек умер. Потому что при посадке дерева в честь новорожденного проводился определенный обряд, простейший, который связывал дерево с человеком. И дерево тем самым являлось своеобразным защитником, потому что дерево вообще очищает. Вот многие из вас, наверное, ощущали, когда вот вы убежали в лес или в лесопарк, и там очень хорошо себя чувствовали. Бывало такое, да? Ну, много причин этому, тут все не перечислят, но ту, которую хочу отметить сейчас, одна из причин, что деревья создают вокруг себя поле. Они создают единое поле леса и так далее, и так далее. И каждое дерево имеет свое. И если человек действительно им понравится, они не каждому, так сказать, отдают свою энергию, то деревья могут просто взять, очистить, знаете, как вот душ чистой энергетики, смыть всю гадость,
которая накопилась. Все отрицательные эмоции, все это воздействие. И человек, как будто после бани, только еще лучше чувствует себя, вернувшись из леса. Но это если деревья захотят помочь человеку. За исключением одного дерева, которое это не делает, к сожалению, осина. Осина энергетику забирает. Поэтому если кто-то в припадках нежности обнимет осину, то я не уверен, что он будет чувствовать себя хорошо после этого. Не рекомендую. А все остальные деревья в разной степени, и зависит от того, насколько они тоже могут мыслить, они имеют чувства и так далее. Просто они мыслят и чувствуют совершенно по-другому, чем мы. Но если они мыслят и чувствуют совершенно по-другому, не значит, что они этого не имеют. Правильно же? Так вот, если они почувствуют, что действительно вам нужна помощь, то они помогут. И действительно помогают, и помогают очень многим, и просто очищают, и даже многие избавляют от болезней, потому что они, если лес, то они могут объединить свое поле целое, и действительно совместно они могут сделать очень много. Но опять-таки, нужно понимать эту механику, нужно знать, как правильно, не обратиться к дереву, это можно сказать обратиться, но это не словами нужно обращаться, понимаете, да? Вот если бы вернуть культуру наших предков в неискаженном виде, а когда была ведическая культура, где люди, помните, человек знал язык птиц, животных и растений, помните, да? Это реально. Просто нужно понимать, что это, и так далее. И тогда действительно и животные, и растения будут действительно друзьями и так далее. Наши предки, когда рубили дерево, просили прощения у дерева, что они рубят, потому что это нужно для того, чтобы жизнь сохранить, понимаете? И тогда дерево не мстило убийцам, потому что оно понимало, что, так сказать, оно идет на жертву добровольно. Кажется странным, да? Какое-то дерево нужно спросить, чтобы, извини, вот мы тебя рубим, потому что нужно построить дом, иначе мы замерзнем. И те же самые, когда убивали дичь, тоже просили прощения, и тогда и мясо не было отравленным. А вот то мясо, которое мы едим сейчас, отравлено, потому что животных забивают, и вот у них адреналина выбрасывается столько, который превращает в трупный яд потом, знаете, да? Что потом, когда мы едим это мясо, то оно нас убивает, потому что трупный яд убивает. Ну, конечно, вы не можете стоять на бойне и у каждой коровы, так сказать, просить прощения, хотя бы не помешало бы, так? Потому что они чувствуют, вот вы видели, кто не видел, как ведут себя животные, которых ведут на забой. До этого хозяин или хозяйка могут говорить тысячу раз, кормить их. Но когда приходит человек, не говоря ни слова, чтобы увести, допустим, корову на забой, она плачет. Знаете об этом, да? Человек ничего не сказал. Тот же самый человек, который приводил, кормил, и которому она, та же корова, не только корова, и руки целовала, и так далее, благодарила за еду, и так далее. А вот именно в тот день, когда приходит убить, в мыслях. Эти мысли, нам кажется, мысли у нас тут сидят, да, тайные. И никто не догадается, да? А на самом деле для животных это не тайна. А чем объяснить? Если бы один случай корова плакала, случайность, да? Но таких тысяч случаев, когда корова, когда приходит убивать, и не только корова, говорю, плачет, потому что она понимает, что ее идут убивать. Хотя внешне это никак не проявляется. Но когда везут на бойню, там уже вообще говорить нечего, правильно? То если понимать правильно такие вещи, конечно, бойни при всем желании, если мы не будем есть вообще ничего, то мы загнемся. К сожалению, природа поставлена так, пока человек не вышел на уровень, когда ему не потребуется пища вообще, он должен есть, значит, он должен убивать и растения, и животных для того, чтобы прокормить себя. Потому что растения – такие живые существа, как и животные. Поэтому, когда вегетарианцы говорят, о, вы убийцы, вот мы едим растения, которые нам созданы. А вы спросили растения, что они растут, чтобы нас кормить, чтобы нам животных кормить, да? Растения живут так же, как и мы с вами, для того, чтобы жить и того, чтобы дать свое потомство. И плоды, которые они приносят, это те же дети для них. Да, дети, это плоды, из которых новая жизнь должна начаться. Женщина носит ребенка, это новая жизнь, просто по-другому немножко. А растения, плоды,
которая, попадая в землю, прорастает новой жизнью. Извините, если, вот если кто-то будет есть человеческих детей, как сказать? Норма? Как вы думаете, норма? Нет, да? А чем отличаются дети растений для них, а детей, которые у человека? Для них они такие же дети. Да, они мыслят по-другому, мы не можем слышать их, они не кричат голосом. И тогда, хотя исследования показали, что в определенной ситуации растения издают сигналы определенные, которые ни в каком диапазоне лежат. Ну и многое еще другое. Поэтому нам нужно именно освобождаться от шаблонного восприятия к тому, что мы относимся к нашим младшим, братьям младшим. Хотя в некоторых случаях, как они себя ведут, они далеко не всегда младшие братья. Особенно в последнее время, когда человек ведет себя весьма не так, ну, положено. Ну вот спрашивают там, прокомментируй заповедь и по ведам. Ну это не совсем заповедь, потому что заповедь сразу что-то клонится туда, понимаете? Не продавай свою землю за золото, за злато и серебро. Ну, дело в том, что даже тут не нужно комментировать. Вот то, что мы видим сейчас, во-первых, продают эту землю не мы, а те, кто к нашей стране, к нашим народам, коренным народам России, никакого отношения не имеет в большинстве случаев, правильно? Хотя я могу сказать следующее, к сожалению, и среди коренных народов, и русов полным-полно предатели, которые продали душу и готовы все, чтобы, так сказать, набить свой карман и так далее. Как ни прискорбно, немало таких. Вот это самое страшное. Я понимаю, там чужеземцы, к примеру, да, которым плевать на нашу страну, на нашу землю, которые задача набить карманы свои как можно больше, обворовав страну, что они делали неоднократно и в разных странах. Это можно провести анализ и проследить путь, и вы увидите, там, где проходили чужеземцы, империи цветущие, превращаясь в нищие, и погибали везде и всегда, где они проходили. Это их суть. Но суть ли тех жителей, которые живут в этих империях, в данном случае Россия, страна, чтобы продавать свою страну, свою родину, будущее своих детей? Но они оказались значительно сильно заражены. Кто-то в большей степени, кто-то меньшей. Все оказались заражены, просто кто-то чуть-чуть, с чем он может бороться, а кто-то уже основательно, чем уже и не может, и не хочет бороться. Вот он-то и беда. А так, свою землю, естественно, уже нельзя продавать ни за злато, ни за серебро, и вообще ни за что. Потому что это, во-первых, наша земля, и наши предки не случайно выбрали, после того, как Дария затонула, выбрали именно этот регион, где вот расположилась Великая Азия или Великая Тартария, потом называлась и так далее, Евразийский континент, как наиболее стабильный и устойчивый континент на Земле, Мидгард Земле. Потому что даже в всех прогнозах, вы обратили внимание, что в худших прогнозах все, везде будет плохо, только Россия. Помните, да? Это не случайно, потому что наши предки знали очень многое, где выбирать место для своего жилья. Следующий вопрос. У человека есть верные животные, являются ли животные защитником человека на остранных уровнях, например, собаки? К сожалению, нет. Собаки – верные животные на физическом плане, а на том уровне они находятся эволюционно ниже, чем человек, и при всем желании защитить его на тех планах не могут. Потому что те паразиты, которые действуют на астральных уровнях, паразиты, они опытные, и собак их не испугает, к сожалению. Но это не делает собак или других животных, к примеру, что они не являются верными, допустим, человеку в обычной жизни. Чаще всего человек предает их, а не они. Ну, вы это сами знаете. Следующий вопрос. Правы ли свидетели Иеговы, запрещая переливание крови? Ну, вопрос и да, и нет. Потому что если возникает вопрос жизни и смерти, то без переливания крови человек может погибнуть, так? Поэтому вливание крови другого человека спасает жизнь. Это факт. Во-первых,
Теперь, стоит ли так много переживать, что чужая кровь? Да, чужая кровь отличается от нашей крови. И она не наша генетика имеет и тому подобное. Но есть одно но. При всем этом особого вреда это не принесет. По той простой причине, что продолжительность жизни клеток крови от нескольких дней до 180 дней. То есть эритроциты живут 90 дней вообще. То есть если привели кровь, то клетки чужие погибнут в полугода максимум, все до одной. А новые клетки, которые позволят создать организму в это время, уже родные будут. Поэтому принципиального вреда нет. А то, что действительно идет влияние чужой крови на организм человека, естественно, это влияние, потому что чужая кровь с другой генетикой и тому подобное, но не в той степени, которую там нет. Поэтому перегиб палки в одну и другую сторону всегда вреден. Вот и все, что могу сказать по этому поводу. Ну, я не знаю, какие процедуры это делают. Обычно мягкие ткани не слышу, что переливают. Не приходилось. Не знаю. Обычно, если кроме гематом, это ничего не сдаст. Но переливание обычно делают в вены. Из вены? Ну, не знаю. Это уже спросить врачей наших мудрых, надо спросить. Я за них не отвечаю, понимаете? Потому что если сделают в мышце, то в мышце возникнет просто гематома, не более того. Потому что кровь, когда кто-то вам вмажет хорошенько, синяк образуется. Что это такое? То же самое, когда капилляр лопается, и межклеточное пространство заполняется кровью. И образуется гематома. Поэтому, сделав укол, допустим, ягодицу крови собственного человека, я не знаю, для чего делать. Может, единственное, если я предполагаю, чтобы стимулировать активность иммунной системы, может быть. Может быть, вот я предполагаю. Но это идиотский способ стимуляции. Знаете, как есть анекдот, самое лучшее лекарство против головной боли – гильотина. Один раз применять, уже голова больше никогда не болит. Поэтому такой способ стимуляции иммунной системы, рассчитывая, что искусственная гематома стимулирует активность иммунной системы, ну хорошо, ведь подумайте, если иммунная система ослаблена, и она не хочет работать, это не потому, что она лентяйка, и что она решила, так сказать, плевать на всех и все с большой колокольни, а потому что действительно истощена полностью. И каждый раз стимуляция такая вызывает того, что выплеск, остаток происходит, но этот остаток, который есть, он не даст возможности иммунной системы решить проблему целиком. Только какой-то временный скачок. Когда, знаете, человек в ситуации стресса попадает, у него адреналин бушует в организме, он сразу просыпается от всего. Были такие ситуации, да? Сон, за рулем едет, бум, и все как стекло, никого сна нет, да? Приходилось бы такой ситуации. Но когда такая стимуляция проводится, она вредна по той причине, что она еще больше истощает систему, не приводя ни к какому изменению. Раньше, между прочим, существовал такой метод в медицине – шокотерапия. И не обязательно там мозги поджарить электротехнологией. Брали, допустим, у человека болит печень, создавали болевой шок в печени специально. Для чего? Чтобы мощь от печени пошел в мозг, и организм бросил все свои защитные силы на печень, тем самым заставив печень вылечиться. Да, это работало, но, во-первых, создав такой болевой шок, это, понимаете, многие люди погибали от самого болевого шока. Это первое. Во-вторых, опять-таки, стимулировать иммунную систему нужно, понимая, что и как стимулировать. Когда они понимают, когда делают так вот шоковую терапию без понимания механизмов работы иммунной системы, то вообще, потому что то, что делают врачи, они делают абсурд в первую очередь. Почему? Вот скажите, какое действие делает врач, когда у вас появляется температура у ребенка? Сбивают, да? И они что? Совершенно неправы. Потому что температура – это самая мощная, эффективная иммунная защита человека. Почему? Проясняю. Потому что если тело человека повышается температура до выше 39 градусов Цельсия, то большинство инфекций, которые попадают в наш организм, погибают при этой температуре.
Поэтому сбивание температуры не помогает человеку избавиться от болезни, а наоборот, переводит человека в хроническую фазу. Потому что выработка антител, это вторая фаза, во-первых, дело не очень хорошее, и отрицательное, потому что антитела даже после того, как они начинают вырабатываться, они вырабатываются постоянно и никогда же не выключаются. А антитела отрицательно влияют на организм. Наши предки, которые не были врачами, но знали больше, чем врачей, что делали? Человек простыл, и что-то, что делал? В баню, в парилку. И что там делал? Тело разогревалось. Разогревалось очень сильно, и убивалась вся инфекция. Но они тупые, да? Тупые, да? А если организм настолько слаб, что он не выдерживает термических воздействий? Таких ситуаций не так уж много. Вот единственный случай, примерно то, что я знаю статистику, может, уже изменилось, потому что я не слежу за статистикой постоянно, где-то один человек на 100 тысяч не переваривает повышение температуры. То есть повышение температуры для него смертельно. Да, вот такой случай нужно сбивать. А если человек действительно ослаблен, ну не нужно его в парилку сажать там на 90 градусов, да? Ну 40-50 градусов человек выдержит температуру, как вы думаете? В парилке выдержит. Это не 40-50 градусов. Конечно. И уже достаточно, чтобы помочь ему выдавить из организма инфекцию. Особенно если при этом человек еще смажет свою кожу медом и зайдет в парилку, то не только инфекция будет уничтожена, но огромное количество шлаков вылезет через кожу. Огромное количество. И наши предки знали тысячи лет и все это делали, и были здоровы, как быки. Но это сейчас медицина супер, да? И все больные. Для медицины это просто классно, потому что чем больше больных, тем больше работы. Тем больше больных придет, лекарства, процедуры, зарплата течет, капает. Так, может быть, меньше врачей нужно выпускать. И тогда человек найдет другое применение себе. И врачи нужно, наверное, идти не просто, кто ищет, где заработать побольше, а у кого есть призвание, душа лежит к этому. По крайней мере, в советские времена большинство врачей шли именно по призванию, потому что зарплаты, которые они получали, это было смешно, вы понимаете, да? И взяток, в принципе, в то времена особо не брали. Были случаи, ну, в основном в Москве, там, раковых заболеваний, центрах и так далее. А большинство врачей были сильно врачи, хотя не все были от по призванию, что очень плохо, но, по крайней мере, не было. А сейчас люди в больницу попадают даже бесплатную, которая называется безплатная, но только на слова, потому что, чтобы даже, так сказать, любую вещь сделать, человеку должен платить за то, за то, за то, и стоит не так уж дешево. То, что я знаю, мне люди пишут, и так далее, и так далее. Это вот, вот ужасно. И главное, они делают, берут деньги за то, что они должны делать по своей обязанности, как врачи или медсестры, и так далее. Поэтому вот сознание, вот, что меняется у людей в такую сторону, вот это досадно. Следующий вопрос. Чем подтверждается подлинность славяно-арийских вет? Извините, хоть книга запрещенная, но есть люди, читали «Россия в открытых головах» здесь сидящие? Не бойтесь. Читать вы имеете право. Так вот, я в этой книге специально выставил так, что показывает, что факты истории, которые даже сохранились, которые не извратили, потому что они не могут извратить все. Ветхий Завет, Тора и славяно-арийские веды описывают одни и те же события, по временам совпадая тютелька в тютельку, только с разных сторон. Со стороны победивших, в то время наши предки победили, и со стороны проигравших. Если сказать, что славяно-арийские веды – фальсификация, то тогда нужно признать, что история вся фальсифицирована, Тора – фальсификация и Ветхий Завет – все фальсифицировано. То есть, если вы говорите, что это не так, а оно доказано, что совпадает полностью, я специально посмотрю так, что выхода нет. Или то правда, или то. Иначе, и то, и другое правда, просто с разных сторон. Это первое. Плюс, и даже что в книге приводил столько фактов, именно фактов, подтверждающих
том числе и карта вот, объемно-рельефная, и дощечки, которые обнаружены, и которые еще обнаружены. Все это подтверждает то, что... Даже то, что вот я вот заинтересован решил привести, так сказать, дальние световые года и рассмотреть. И оказалось, что... Ну, сказ, кто читал, там я это все подробно описал. И что интересно, что действительно, что в пределах 100 световых лет, то есть это самый ближний космос по понятиям космическим, обнаружено 50 планет, тождественных Земле, на которых возможна жизнь. И что на те планеты, по крайней мере, которые указываются в сказе, и попадают на эти 50 планет. Ну, не все, но некоторые из них, потому что там не 50 планет. И опять-таки, описание, которое я привожу, что вот факт, как Настенька описывает, как она видит планеты другие. Я вот специально акцентирую внимание, напомню, кто не позабыл, кто не читал, что больше всего ее удивила планета, которая была как две капельки похожа на Землю. Помните, да? То есть ее не удивили планеты, которые резко отличались. Вот скажите, вот представьте себя, вот вы сидящие в зале, вот представьте себе, вас взяли и прокатили на другую планету, где совершенно другой рельеф, где несколько солнц, которые имеют другой цвет, где растения и животные, совершенно близко не подходящие на наши. К примеру, что вы проигнорировали? Для вас это каждодневное событие, да? Я думаю, это было для вас большим бы шоком, правильно? И это вызвало у вас самое большое удивление. Но у Настеньки вызвало удивление планета, которая как две капли была похожа на Землю. О чем это говорит? Если проанализировать, то это говорит, что она знала, что существует множество планет, которые имеют разные и солнце, и цвет, и облака, там все, и растения разные. Для нее не было это новинкой. А ее удивила эта планета, она не ожидала, что появится, будет такая же планета, как и Земля. Вот это ее удивило. То есть даже вот этот факт, если вникнуть, подтверждает подлинность этого сказа. Потому что так может мыслить только человек, который знает о других планетах больше, чем, ну, понимаете, что у него, да? Чем сегодняшний человек. Понимаете, вот нужно не только слушать ахинею, которую вот противники кричат, что славяно-арийский вер, это фальшивка и так далее, и так далее. Да, это перевод. Если на перевод всегда является искажением. Потому что вот, могу сказать следующее, что те руны, которые использовались, ведь текст, который приведен, это рунический текст. Вы видели, там приводится рунический текст, и переводит человек руны. Но тому, чему учит в школах, вот как смысл рун, ведь руны – это дают образ, понятие какое-то, не слово. И что интересно, вот я доказал еще, когда был в Америке, один человек, который вот умел читать руны, он закончил школу, так сказать, в Омске, где вот Патер Ди преподавал, он умел читать руны. И тогда я говорю, вы знаете, что руны, вы понимаете, что руны – это зашифрованная информация, что есть три уровня, кажется, явь, правь и навь, три уровня. Почему три черточки в рунах? Это подсказка, что если человек только может читать на уровне нави, то есть яви, извините, то он может только прочитать информацию, что на этом уровне записано. А то, что на уровне нави и прави, он прочитать не сможет. И этот человек говорит, вот неужели? Я говорю, да. Я говорю, если вы видели, что сделать, когда руны развернуть, вы совершенно другим. А что такое возможно? Ну, пришлось ему мозги ему перестроить немножко. После чего он увидел руны. Ему тяжеловато было это перестроить, потому что пришлось резко делать ему. Ну, параллельно у него качества появились другие, но это вопрос нет, не в этом. И после этого я ему помог раскрыть первый раз руны, и потом помогал, что сам он не мог развернуть их. И когда он это видел, у него глаза лопались, потому что раскрываются другие уровни. И вот информация на этих уровнях. Поэтому, когда человек читает руны, вот просто чисто, кто смысл, кто словесный, вот, типа, это руна, значит это. Это только часть информации, те же самые 10%. Да, это гораздо больше, чем ничего, потому что другие, брать эту информацию, сравнить с другими, то это меньше процента. Но, тем не менее, это не все. А если человек действительно может развернуть и прочитать смысл на рун на других уровнях, то он увидит другой. Я отвечаю на вопрос, я руны не знаю, и не читал их на других уровнях, и не пишу то, что пишу, а то, что я прочитал на других уровнях.
Я эту информацию знал и получил сам другими способами, без рун, потому что первый раз в книге «Славяно-Русские веды» попали в 99-м году. Мне ее прислали из Москвы. Еще я был рад, потому что там очень много информации, было любопытно подтверждать то, что уже это. Но многие, которые читают эти книги, даже те, кто перевел, к сожалению, не имея той информации, которую я имею, они далеко не все правильно понимают, потому что смысл совершенно другой вложенный. И потом, когда закончится эта история забавно с этим человеком, через некоторое время у нас, мы с ним по телефону говорили, я так и не встретился с ним лично. Когда-то мы было беседовано, и он начал говорить, вот, было первое, было слово и тому подобное. Я говорю, а с чего это взяли? Ну вот я считаю, я специалист, я говорю, я вот руны могу читать. Я говорю, извините, если я вам объяснил, что руны имеют несколько рун, и вы даже не понимали это, наверное, немножко понимаю, что кое-что в этом. Я говорю, ну а что, а разве это вы сделали? Я говорю, извините, вы меня просили, чтобы я вам помог прочитать руны. Я произвел изменения, после чего появились определенные возможности параллельно. Без этого невозможно. А я вас не просил. Я говорю, как не просили? Просили. Я не просил вас, не заслуживаю. Вот я обращусь к вам. Я его минут пять убеждал. Говорю, извините, я вам помог, но если вы не хотите, я уберу. Но уже возвращать не буду. Один раз делать подарок, второй раз делать подарок не буду. Но он думал, ага, какой-то идиот вешает мне лапшу на уши. Я добился таких возможностей, что он говорит, вот, я могу теперь перемещаться на берег озера, он там ездил на озеро, и чувствовать, сидеть там на этом берегу, чувствовать, как ветер колышет мои волосы, как трава колышется, звуки все и так далее. Я говорю, ну, прекрасно, я рад, что так далее. Ну, я рад, что помог вам. Как это, вы при чем здесь? А вы при чем сбоку припеку? Ну, мне же пришлось перестроить вас, чтобы вы смогли руну, а это идет в добавку. Без этого не бывает. Уберите, я вас не просил. Но он думал, что я блефую, что это его достижение, я пытаюсь его принизить, унизить. Да мне даром он не нужен. Но он, я несколько раз говорил, я говорю, если сниму, то обратно вам нужно будет заслужить, чтобы это было. Убирайте, я не заслуживаю, я вас не просил. Хорошо, убрал. Ну почему-то все исчезло. И что интересно, потом он людей, даже человек, который здесь присутствует, я знаю, друг, того человека, которого я знал тоже, просил его, и он мне спрашивал, а почему вы не вернете ему обратно? То есть он даже смелости не набрал, чтобы позвонить мне и сказать, я думал, ты блефуешь, ты пытаешься присвоить то, что я заработал, что я достиг, ты хочешь сказать, что ты подарил мне, а оказалось, что ты подарил мне. Вот, пожалуйста, верни обратно. А я сказал, нет, я возвращаюсь обратно. Теперь человек должен заработать. Подарок дается один раз, правильно? А дальше уже заработай, заслужи, чтобы тебе дали такое. Ну, после этого стал врагом номер один. И что вообще я проходимец, и вообще, что я ничего не знаю, что он меня научил всему. Единственное, что действительно могу сказать, что от него почерпнул, я не задумался над словами, прошлое, настоящее и будущее. Потому что мы привыкли к ним и не обращаемся. А действительно, в прошлое прошел уже я. Настоящее, на чем стою еще я. И будущее буду я еще. Получается, если медленно говорить, то мы получаем русские слова, которые сразу, несколько слов, которые слились в одно. На самом деле мы можем понимать смысл каждого слова, а не просто сотрясать воздух. Вот три слова. Другие слова я без него понимал. Вот за это спасибо ему, все, что он мне помог. Ну, думаю, я, наверное, тупой, я бы не догадался, ну, наверное, никогда бы не догадался до этого, наверное. Но спасибо все равно. Так что вот такие случаи бывают. Следующий вопрос. Поясните, пожалуйста, термин энтропия логичности. Понимаете, ну, это последнее обращение человека. Вы это взяли понятие из третьего обращения человечества, которое приводится, так? Это не мое произведение, я просто привел, и только для одной цели, чтобы показать, что то, что система знаний и представлений, которое имеется человечество на данный момент, классическое, ортодоксальное, является далеко от истинного, не более того. Поэтому, что они вкладывают в понятие энтропии и логичности, мне трудно понять, я не могу за них говорить.
Поэтому, так сказать, во-первых, энтропия – это абсурд сам по себе, логичность. Просто они пользовались словами, которые, так сказать, наши люди пользуются, но, как обычно, наши ученые тоже не очень часто понимают, что они говорят. Потому что, когда начали спрашивать, а что такое слово означает у ученых, имеющих степень докторов наук и так далее, и выше, то, к сожалению, объяснить и ничего не могу сказать. А это одному Богу известно, что мне не очень-то устраивает. Потому что если это Богу известно, то как же называть себя ученым? Ты иди и скажи, я священник. Вот тогда все в порядке, правильно? Богу известно, это значит священник пропагандирует религию. Ничего плохого нет, каждый человек имеет право сходить с ума, как ему нравится. Главное, чтобы других не пудрили мозги. Следующий вопрос, пока еще есть. О, прошу прощения. Ничего себе заболтался. 5 минут осталось. Надеюсь, информация была все-таки интересна для вас. Вот, перед тем, как... Спасибо. Перед тем, как закончить нашу сегодня встречу, обычно просьба, но сегодня видно, сегодня граждане сознательно у нас появились. Потому что пока, по крайней мере, есть записки, где просят блокировки снять, там, то-то, то-то сделать. Но я, по крайней мере, во всех записках, которые сегодня рассмотрел, не попадалась ни одна такая записка. Мне это, с одной стороны, приятно, что уже люди начали пресеклись от своих личных потребностей к общим, интересоваться не только собой, но и более другими вещами. И не только, как некоторые люди появляются в зале, только когда я провожу вот эти последние 5 минут, когда снимаю блокировки, ждут и появляются. Это уже меня радует. Но, с другой стороны, наверное, есть люди, которые все-таки хотели бы избавиться от блокировок, если они еще остались. И помочь в этом я не вижу ничего зазорного. Поэтому, хотя они поступили просьбы, так... Требую от вас снять с него блокировку немедленно, иначе я вас расстреляю. Нет, такие тоже бывают, серьезно. Потому считают, что я обязан кому-то что делать. Я никому ничего не обязан. Если делаю, то делаю это по доброй воле. И когда я делаю что-то, я считаю, делаю тем, кто достоин помощи, а не кто требует. А вот когда кто-то начинает требовать, и вот если ты не сделаешь, то я буду твоим врагом номер один. Чтобы закончить, может, есть хорошая притча, про Будду. Не слышали? Кто слышал, я несколько раз говорил, но к месту. Один человек подошел к Будде и говорит, слушай, вот покажи мне чудо. Вот пока ты мне чудо не покажешь, я не поверю тебе. А вот если ты мне покажешь чудо, то тогда я буду твоим верным последователем. Будда показал ему чудо рождения жизни. Ну, как по притче. Тот человек, это потрясающе, все, я тебе верный твой последователь. Он говорит, а ты мне не нужен. Я не собираюсь показывать чудо, хотя тоже требуют каждому, что вот докажи мне лично, вот на моей собственной шкуре, вот тогда я тебе поверю, мне это не нужно. Потому что мне нужно тому помочь людям, которые хотят, которым это нужно. А доказывать, вы знаете, за свое время, мне столько приходилось доказывать, всегда доказывал. И ничего не менялось. И тем, кому доказывал, они молча исчезали, а потом вообще или мы замолкали, или начинали говорить, что ничего не было вообще. То, что им признать, что они оказались неправы, приступить-то не могут. Поэтому я никому ничего не собираюсь доказывать. Я приводил много фактов, и фактов неопровержимых. Если эти факты... которые не мной, кажется, зарегистрированы и так далее, недостаточно, извините, так бесполезно доказывать кому-либо что-то. И моя цель не доказать кому-то что-то, а помочь. Это две разные вещи. Помочь и разобраться. Сегодня у нас в зале и женщины, и так далее. Если кому-то нужна необходимость освободиться от последствий абортов, есть такие? Есть женщины, да? Значит, те, кто необходимо это, просьба настроиться, я попробую помочь вам. Готовы? Поехали.
Так, ну вот, теперь уже для всех. Блокировки. У каждого есть свои блокировки. Значит, кто хочет, тому, пожалуйста, постараюсь помочь. Кто не хочет, ничего против воли с вами делать мне не нужно. Поверьте, мне это не нужно вообще. Поэтому те, кто хочет, у кого-то есть блокировки, которые хотели бы избавиться, я их сниму. Но, опять-таки, каждый человек реагирует по-своему, зависит, насколько сильно это блокировка в нем, как он реагирует и так далее. Кому-то достаточно одного раза, кому-то много раз, кому-то нужен принципиально другой подход. Поэтому при этом такой массовой работе учесть индивидуальность каждого человека весьма сложно, понимаете почему. Хотя я стараюсь сделать, но все равно это не 100%. Поэтому если кто-то, даже проявление, может быть, если даже снято не сегодня, а может проявиться через некоторое время. Поэтому, так сказать, это просто учитывать. И если вы все готовы, то я приступлю. Значит, кто хочет, подумайте, от чего они хотели бы избавиться, кто знает. И я избавлю от того, что вы хотите. А то, что вы не хотите, даже если там есть, избавлять не буду. А то скажите, что против вашей воли я сделал что-то с вами. Готовы? Поехали. Так, ну вот, и все. Я еще раз бы хотел поблагодарить вас всех, что вы пришли сегодня, что нашли время, и многие приехали издалека. Это говорит о том, что действительно то, что я делаю, нужно и вам, и другим людям. И надеюсь, мы это продолжим и будем делать, и сделаем так, что наша страна действительно стала великой, и могучей, как она должна быть по своей сути и была всегда. Спасибо вам.